uh-uh <clears throat> Тю -тю. <клыш> <клыш> так, ну что, здравствуйте, дамы и господа, всем привет. Сегодня мы продолжим смотреть турнир... <клыш> Help Ukraine League. Uh, общими усилиями мы собрали уже 6060 долларов да, вместе с Вандером. Это, конечно, колоссальная сумма. Спасибо всем огромное, кто донатил. Вам вообще как лучше смотреть, ребята, с моей музыкой или музыкой из Варкрафта? То есть я просто могу, в принципе, оставить свой музон, и пускай там играет. моей. Ну все, окей. Смотрите, начинается у нас через 18 минут. Платную спасибо за, огромное да, за платную подписку. Спасибо, собака Дейдара, нижнее подчеркивание ССГО, за подарочную подписку. Все верно, все верно. Спасибо огромное Дейдаре КСГО, который подарил подписку, а ты ее продлил, поэтому респект, респект. Так, смотрите, ребята, турнирная сетка выглядит вот так вот. То есть Фоги Craft, был Старбак Это полуфиналы, и потом, соответственно, те, кто с этих сеток выйдут Они будут играть в финале На кого ставите, дамы и господа? Как вы думаете, кто победит? Ну, фаворит, конечно же, здесь Фоги э, Потому что у него пока что ноль поражений, на самом-то деле Это супер жестко Но Старбак, был Крав. Это тоже очень сильные игроки, поэтому Поэтому да очень сильно ждал сегодняшний день, ребята. Проснулся, прям поиграл в Warcraft. Сыграл 7 каток, 7 подряд проиграл. Я начинаю потихоньку тренироваться на эльфах. Начинаю потихонечку тренироваться на эльфах. Понимать, как что происходит. Получается вроде бы неплохо. Да, видел, что Аскет побрился на ауса. Видел, ребята, видел. Я тоже, может, скоро Науса побреюсь, как бы на самом-то деле. Я бы побрился бы уже данным-давно Науса, если бы не мое огромное количество родинок на голове. То есть я бы, на мало ли задену что-то еще, как бы, и так далее. У тебя звук микро изменился ли? Мне кажется, тебе кажется, тебе кажется, друг. Так, ну что, вы подготовились к Warcraft, ребята? Сегодня должно быть жестко. Я постараюсь максимально откомментировать. Мне, правда, на Ютубе некоторые люди написали, что я не разбираюсь в Warcraft не знаю некоторых терминов. А, вот сделай себя тише. Ребята, если что, я вас, может, удивлю кого-то, но на сайте twitch.tv есть регуляция громкости. И вы можете просто сами сделать тише. Ладно, я понимаю, одно дело, когда, например, не слышно мультфильм какой-то, который мы смотрим. Но сейчас-то я единственный, кто разговариваю. Просто сделайте тише, и все. А где есть двоих Джероны? Включая, включая, ребята, двоих Джероны. Я там немножко наебал э, на, на этом, э, в телеграме чуваку, что они уже включены. На самом деле они не были включены. Так, все, включил. Через сколько начнем? А то я сейчас сгонял сейчас Бутры, Ребят, начнем через 15 минут. Через 15 минут пока что потихонечку собираемся. Я сегодня скинул небольшой список мультов Я уже вы, Я хочу, знаете, я уже выбрал, в принципе, плюс-минус Мультики на следующую субботу Я хочу, короче, например Один мультфильм э -э Опа, 150 долларов Ну кто это? Блять, кто это? To the club, buddy. Что это за лев? Максондер 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 Спасибо тебе огромное. Ребят, Макс Сондер уже, я так понимаю, в топ-3 э, донатеров этого... этого... этого э, этой темы. Он явно скинул уже больше 500 долларов. Меня обогнал, так сказать. Спасибо тебе огромное, Макс Ондер, за 150 долларов. Я всегда на такой плюс морали, когда донатят на что-то действительно полезное. Спасибо огромное, Макс надо миксовать веселку с фильмами. А, так вот, по поводу мультфильмов, как я хочу сделать, да, то есть... Вот я, блин, мне, у меня немножко вебка замедленная, но а вот для того, чтобы это подъехал. поправить, Эх, надо Благодаря перезагружать стрим, поэтому... ...преодолевать и отвлекаться от трудных эмоциональных периодов и учебы. Я безмерно тебе благодарен за то, что ты делаешь. Спасибо тебе за то, что ты всегда с нами и даришь нам радость и свое тепло. Джейн и Слав. Ребята, а вы не, не представляете, Джейнес, как, как я вам благодарен. То есть, ну, сейчас очень много людей... Как бы разделились, понимаете? И я очень сильно ценю э, все еще зрителей, которые приходят на стримы и мутят супер зачил со мной. Спасибо вам огромное. Короче, э, я Что сегодня такое? сделал новое упражнение треугольник. Хорошего э, настроения. В чем Таян. его смысл? Алга Украина. Спасибо, спасибо огромное Тамбл Виви Ас за 13 месяцев платной подписки. Короче, э, ноги на ширине плеч. Блин, ну ладно так не будет видно, а, ноги на ширине плеч, и ты, типа, вот так вот раздвигаешься, и голову вверх, очень круто для шеи, кровообращение, там, фу -фу -фу, вот эта вот вся муточка, нормальная тема, я нашел новые упражнения, возможно, короче, в чем моя основная проблема, ребята, была раньше, вот эти вот два с половиной года, я делал все упражнения только на шею, то есть, э... club, спасибо, фрикаделька, за 13 месяцев платной подписки, cool. то есть, там, крутил шею вправо-влево, там, туда-сюда, вперед-назад, а на самом-то деле самое главное, это укреплять там как бы спину, да, то, на что держится шея. Если у тебя уже есть протрузия, то шеи лучше вообще лишний раз не, не двигаться. И держать ее просто ровно, как лопату, <coughs> когда в качалку. Но я в бассейн скоро пойду, скорее всего. Уже есть, есть варики, как добраться до басика. Какие мульты еще будут, ребят? Но следующую субботу я уже несколько выбрал. Я еще среди них буду выбирать. И, ну, что-то, что-то намутим. <г tien> <death> <coughs> сделать себя тише Бля, вы что прикалываетесь нахуй, ребята? Ползунок громкости, ёпта, покрутите вниз немножко да Вы мужики, ну как бы <с2> А фильмы? Фильмы смотреть довольно опасно, на самом-то деле uh, Нет, я пока не думал переезжать в город Я не сказал бы, что мне здесь в деревне прям плохо Просто, ну, <coughs> я uh, сам по себе особо-то ну, не, не очень парюсь, но я же, во-первых, не один живу, да, и как бы если переехать в город, то, ну, там больше такого внутреннего напряжения, так сказать. Я не знаю, ну, я думаю, люди понимают, о чем я. То есть, как бы, ничего особо не происходит, но в городах находиться все-таки опаснее, чем в какой-то деревне. И поэтому я бы, наверное, бы переехал бы в город какой-то рядом тут, в принципе, можно, но... Пока, пока нет. Так, начинаем, ребята, через 10 минут. Первым у нас Фоги будет играть. Мулан есть в своем списке. Мулан. Мулан топ, ребята? Блин, Мулан выглядит как топ. 1998 год. мюзикл детский. Мы еще, помимо Мулан, еще мне сказали Синдбат, Легенда Семи Морей. Супер топ. Из таких вот старых э, мультфильмов. То есть, ну, план какой? Смотреть один мультфильм, например, э, э, более-менее новый. Да, один мультфильм смотреть какой-то, как Геркулес там старенький. И один какой-то там супер-хайповый. Да, ну, мультфильмов мультфильм это довольно много на самом-то деле. То есть можно, в принципе, довольно много их смотреть. Я недавно видел в афише мюзикл по Genshin Impact без рофлов. Ну, так, а чё, ребят? Genshin Impact там... Много чего можно придумать, на самом-то деле. Что мы начнем завтра, пока не знаю. Буду думать сегодня вечером и завтра Welcome с утра. Add, спасибо огромное, Микитас. Привет, Толя, чат, привет. Береги себя и спасибо за все, что ты делаешь. Ой, спасибо огромное тебе, Микитас, за 20 месяцев Тир-3, между прочим, подписки. Спасибо огромное, ребятки. Спасибо вам всем. Так, сейчас потихонечку люди подтягиваются. Как ты относишься к тому, чтобы пересмотреть Аватара Анга? Да не знаю. Кстати, Tencent покупает Ubisoft. А что за Ten... Tencent? Не знаю. Чем владеют Tencent? А, это Riot Games, да? Ой-ой-ой, ребята. Ты знал, что Аватар скоро будет продолжение? Но там не то чтобы продолжение, там, скорее всего, эм, просто часть, которая показывает, что было, когда они взрослые. Потому что, ну как может быть продолжение, если есть уже Кора, где как бы, ну, это уже потом все закончилось плюс-минус. Может, завтрашнего дня будешь тренироваться к следующему турику по Варкрафту? Ребят, я плохо играю, очень. Но я сейчас тренируюсь на эльфах. Как бы пока никого не побеждаю. Просто мне очень сложно так микроконтролить, понимаете? Я, конечно, стараюсь, но... Это так тяжело. Там миллион кнопок в секунду надо нажимать, как бы. Короче, за эльфов-то. Строишь такую штуку. Потом здесь строишь алтарь Смотрите, в чем прикол Игры за эльф, да? <Lock roadmap> Когда Строится, короче, вот такое вот, типа, ворота И я даже не знаю, как это назвать Наверное, все-таки ворота То есть ты строишь ворота В которые будут проходить твои челики Uh, но при этом, чтобы другие не проходили, да, чтобы там был узкий проход такой плюс-минус. Ой, я не туда отправил. Надо на золото. Надо на золото. Надо 9 виспов. Мы позавчера, когда с Вандером играли, я сказал, что нужно 7 виспов. Но это ошибка. 7 батраков нужно, когда ты за орков катаешь. А за эльфов нужно, э, нужно 9. 9 виспов для того, чтобы плюс минус хватало дерева на все делать. герой я раньше делал элидана но сейчас понял что лучше хранителя рощи делать он как мне кажется для новичков более понятный так сказать потому что за элидана нужно уметь там жестко катить а тут деревья вызвал пошел как бы крипиться. пошел пошел балдеть собственно так, ждем 40 дерева. На 40 дерева строим еще один колодец. Здесь сейчас выходит лучница. Поднимаем дерево. О, сейчас еще покажу прикольный лайфхак. Так, выходит лучница. Агрим здесь дурачков. Поднимаем дерево. Колодец забыл уже построить. Но это как бы классическое. Так, дерево тут атакует. Уже у лучницы хп ушло. Так, жесточайший криппинг... Самое главное, чтобы дерево крипа не добило. Потому что тогда ты опыт не получишь. Так, елку схавали. Это был буквально худший в мире, ребята, крипинг к баракам. Так. Я так и не успел вам, наверное, показать э, рофлик, который я хотел. Я сейчас еще лучницу потерял. Короче. <свят> <ы> uh, <свят> смотрите, видите, у меня нет сейчас э -э ресурсов для того, чтобы нового виспа заказать. Строишь здание и висп заказывается. Отменяешь вот эту залупу, и у тебя <свят> в итоге лимит 21 из 30. <свят> Видели, там пару секунд было, просто у меня слишком быстро достроился колодец. Так, надо сначала вот еще один висп придет. А зачем я заказал еще одного виспа? Да, и э все, теперь заказываем Т2 и балдеем. Но ну, я все хуево сделал очень медленно, в целом это нужно делать в 15 тысяч раз быстрее. Вау, wow, 21 из 30. Нет, там, э, ну я не знаю, обратили вы внимание или нет, но там на пару секунд. Я вас уверяю, там на пару секунд э, было. 21 из 20. Ну было, было. Ну было. Нет, я серьезно. Так, у нас много денег. Мы пока их особо не тратим. Блять, белка помешала построить колодец. Видите, она здесь находится из-за этого... Я не могу его построить. Все, построил. Так, можно деревьями сагрить. Все бутер я сделал, минералочки налил. Сейчас, ребят, через 4. Через 4 минуты начинаем. Видите, когда до половины достроился Т2? Надо заказывать вот эту херню, чтобы как только появилась Т2, можно было уже лорниц ставить. Но я немножко, немножко там, по чуть-чуть начинаю обучаться за эльфов играть. Вот, строишь вот эту тему. И потом уже, когда Т2 находится, ты вглубь, вглубь, ну, в середине своего, как бы, в середине своей базы, э, начинаешь. Э, Начинаешь строить другие здания, да? Вот сейчас там э, Т2 прокачается, я в середине сразу же построю магаз. И так далее. Знаешь игру Supreme Commander? Не, не знаю. Я бы хотел бы уметь хорошо играть в Warcraft и время от времени его стримить, хоть я и знаю на 100%, что моим зрителям это не интересно. И, ну, там будет мало народу. Но просто мне по кайфу реально играть в Warcraft, я не знаю почему. Вот, строишь погас видите, в чем прикол, как бы, да? Ты в глубь... В глубь строишь здание. И получается, как бы... Что челик, который зайдет на, на твою базу, он вначале будет сносить колодцы Вот я тут еще один колодец построю. И ему неудобно будет, э, соответственно, всей своей армии попытаться э, сюда зайти. То есть, вот мы там еще один колодец, вот здесь я воткну. И проход будет очень маленький. То есть он сразу же не сможет зайти там всей армии и поубивать виспов, например. То есть э, в, в, в этом смысл, так сказать. Еще э, насчет героев у эльфов, я так понимаю, только один герой берется основной эльфовский, а второй практически всегда э, с колодца берется. Потому что. Э, ну, типа, лучше подходит там Нага, например, какая-то. Или панда. Пока что плохо, конечно, мне дается вот это вот отводить, быстро перенажимать. Но это все чисто с опытом приходит. Видел, как я на последней секунде подсейвил лучницу. Ставки, когда. Блин, ну уже, кстати, скоро. Уже скоро надо будет начинать. Ну, блин, кайфово играть в Warcraft. Не знаю. Не знаю, почему мне так кайфово играть в Warcraft. Но есть какой-то в этом. Реально балдеж. Не знаю, наверное, потому что Warcraft такой типа сложный и. Эм... Опа, 3 доллара кто-то закинул. Ебать, что за красавчик. Э, Кара Павлатов. Па Кара -ка Павлатор. Спасибо тебе огромное за 3 доллара. Спасибо большое. Гибко, гибко, да. И каждая игра, она отличается от другой. Ты как бы стараешься там. Рафлируешь и так далее. Сейчас еще Вандер подключится. Он же тоже будет стрим запускать. Сумму мы уже. А, он уже запустил. Сумму мы уже прилично собрали. Спасибо всем огромное. Так, ну что, я оставляю свою музыку тогда, да? Не будем Варкрафтовскую слушать. Так, о, мне Фоги написал уже, кстати. Так, сейчас, мне тут Фоги поскидывал прикольчиков. Сейчас, секундочку, ребята. А, это э, представление игроков. Я понял. Так, сейчас секундочку, ребята. Блин, они так, они так прикольно сделали. Сейчас я, я постараюсь, я постараюсь сделать все как надо. А кто первый играет, подождите. Так. Статистика прямо видосом. Ты комментировать будешь? Да, да, я буду комментировать, все верно. Сейчас мне э, должны скинуть геймнейм. И. Так. И я буду э, показывать вам видосы. Там с, фо с фотками. Но я могу видос-фоги вам просто показать, чтобы вы поняли, как это выглядит. Типа, знаете, небольшое промо представление игроков, так сказать. Посмотрите на этот. На этот ПОГ. А ну-ка. Оу, мэн. Раптор гейминг. Блин, Фоги 30 лет практически. Ничего себе, я почему-то э, был уверен, что он младше. Наверное, здоровый образ жизни, ребята. Образ здорового варкрафтера. Спасибо, sorry baby 7 за 5 долларов. Спасибо огромное. 17-0 рейтинг. Да. Спасибо большое за 5 долларов. 153,5. Спасибо вам всем большое, ребята, за поддержку. У него нету протрузии просто. Ну да, да. Но, блин, Фоги вообще в плане здоровья очень большой молодец. Я смотрю его стримы. Он там буквально каждый час, каждые иногда два часа он делает перерыв и просто уходит. То есть стример просто взял и ушел. То есть, я так понимаю, он на 20 минут уходит, делает разминку какую-то, и потом возвращается, короче. То есть... Реально, реально жестко. Yes, ну, так. Игра уже есть, ребята. Так, ой, не туда захожу. Вот сюда нужно зайти. Так. Так. С кем Фоги играет? Так, Фоги играет с... Подождите, сейчас. Со мной. Так, Фоги играет с... С кравом. Так, сейчас я делаю prediction. Так, кто победит? Первая карта. Фоги или краф? Давайте, дамы и господа. Так, а ну-ка, сейчас я покажу их видосы. Так, Анафобича, всем хорошего стрима. Талян, мое почтение за ВК три Джейн и слав. Спасибо большое, но лучше, ребят, донатьте, пожалуйста, внизу, там, на, на ссылку. Я прям огромными кнопками нажал, там есть контрибьют, лучше туда. Так, а ну-ка, сейчас видосы игроков, ребята. Фоги против Крава. Ёлки! 93% на Фоги, что-то прям вообще никто особо не верит в Крава. А зря, на самом деле он крайне неплохо играет и спокойно может выиграть. Спокойно может выиграть. Так, а ну-ка, первым идет Фоги. Бам! Ста статистика. 17-0, ребята. 17-0. Ну это просто обалдеть! Это просто обалдеть! Это просто обалдеть. Так, и теперь идет краф, ребята. Какая у него статистика? Давайте посмотрим. Ого! Тоже 29 лет. Мейн Undead, 14-7. 14-7 у него. У него стата. Это жестко. Это жестко, ребята. Намечается... Намечается интересное противостояние. Так, ждем, ждем, пока придет крафт. Пока что, ну, готовимся морально, ребят. Потому что, ну, 50 долларов кто-то закинул. Абиван 10.52 или 1052. Спасибо огромное за 50 долларов. Спасибо большое, дружище. Спасибо огромное. <таспросы> Блин, я так уже жду игру, я уже хочу. Хочу уже э, Хочу развалоч. Это первая игра? Да, это первая. Это первая. Только начали. Пока 0-0, так сказать. Так, 6268 долларов, ребята. Отправиться. Медикам на передовую. Спасибо вам огромное. Фейбл не понравился. Ребят, я, я, там все деньги в очко проиграл. И, ну, кринжанул жестко. Пока не знаю, что, кто такой тот. Тот это комментатор. Ну и, по-моему, по -моему, хороший игрок Warcraft. Он на английском языке будет комментировать. Но здесь все серьезно, ребят. Вы же понимаете, здесь киберспорт мирового уровня. Как бы. Фоги, по-моему, топ-5 игрок вообще мира, в принципе. Так, надо зайти посмотреть на Warcraft 3 Champions его его рейтинг. Так, в 12 сезоне я вообще не вижу, кстати, Фоги почему-то. Он, видимо, на Warcraft 3 Champions не играл особо. Так, на 30 месте вот Соник есть, а Фоги на 34-м. Блин, по-моему, в прошлом сезоне он на пятом месте был. Здесь он на 34-м. Но ничего, он догонит, я думаю. <соспроизвестный рейтинг> Когда я буду на английском комментировать... Не знаю, не знаю. А надо? Я могу попробовать. Hello guys. Я жду уже игру. Я очень жду. Э, ну, если если вдруг Фоги победит Крав, Крава. Э, я хочу, чтобы ну Инсапр был и хочу финал Фоги ну, блин, ладно, не, бу не буду. Я вообще комментатор, я не должен быть предвзят, как бы, да, поэтому я болею за хорошую игру в первую очередь. Ну да, крафт на 8 минут опаздывает, ребята. Это, конечно, с его стороны не очень приятно. А сколько времени во Франции? Он француз. Если крав, если ты на стриме, камон сова. Маном Анатолий. Как бы Бьен, если ты понимаешь, о чем я. Так. Время во Франции. 17.38. Ну, вполне себе можно бы уже и проснуться и прийти на стрим. Так, 3 доллара еще. Жопный пик. Закинул. Спасибо, жопный пик за 3 доллара. Спасибо огромное. Крафт допинг принимает. А допинг в киберспорте возможен вообще? Ну, по идее, да, кстати. По идее, возможен. То есть, ну, какие-то какие приколы, которые усиливают реакцию, они могут быть полезны и в киберспорте, так сказать. Особенно в Варкрафте, где внимательность нужна в 40 раз сильнее, как будто бы, чем в других играх, да, то есть ты должен контролировать каждого юнита на карте и так далее, это намного сложнее, мне кажется, чем, то есть, ну, я вот в Warcraft наиграл, наверное, уже 150 игр, и я до сих пор очень сильно, да даже про игроки очень сильно теряются, они вообще не понимают иногда, типа, где там у них боец какой-то и так далее, то есть это, это реально сложно играть в РТСки разные, это реально хард. Так, что может, набрать, Крау, ребят? Может кто-то во Франции сейчас находится? Придите там это, скажите ему, пусть просыпается, так сказать. Это что? Люди ждут. Что за песня? Группа Jungle Busy Earning. Катка уже была, не-не, сейчас только начинается, дамы и господа, пока что потихонечку люди подтягиваются, потихонечку люди приходят, и ну финалы, ребят, финалы это жестко, но сейчас еще полуфинал, 50 долларов, кто это, блядь, кто это, нахуй, Славон, спасибо огромное, Славон, за 50 долларов, респект тебе, Славик, красава, красава, респект максимально. Спасибо тебе большое. Вот так вот, Славон. Вот так вот. Что-то вспомнилось, как... Как мы с тобой беззаботной жизнью, Славон. С утра просыпались, выбегали из своих комнат, пузом на друг друга прыгали. Кайфово было. Да, ребята, я жил с тремя мужчинами, прежде чем начать жить с девушкой, с Дмитрием, со Славоном и потом с братом своим. Фоги пишет, что Крафт не хочет выходить из игры ладерной, потому что не хочет проебать и рейтинг потерять. Да, да, слава он, это точно. Крафт, видимо, начал катку, короче, и не может ливнуть, потому что боится ПТСики потерять с братом это не слишком. Да нет, круто жили с братом. У меня брат, он такой, знаете, э, любит какие-то... Если со Славоном мы жили как аскеты, мы там из дома не выходили, сидели в линейку, играли, там компы соединяли, один раз такое было. Э, то мой брат, он такой, как бы, в три часа ночи может э, внезапно сказать мне, «Бро, Погнали э, поиграем в покер на деньги, блядь, в каком-то месте, где я не был ни разу. И в итоге мы идем ночью, уже освещения нет, ничего нет, и мы сидим, играем в покер с какими-то мужиками бородатыми, блядь. И там реально сидел мужик передо мной, когда мы играли в покер, я не шучу. Мы играли в покер, ну, в реальности, да, то есть там у нас фишки были, карты. И этот чел одновременно, блядь, с тремя телефонами на Покер Stars играл и на планшете. То есть он играет с нами... И одновременно еще у него на столе стоит, блядь, три телефона и планшет, и он еще на этих планшетах в покер играет. Я сижу, правил не понимаю, блядь. Э, ну, типа. Говорю, вот там, я ставлю-то столько-то фишек. Я такой смотрю, думаю, ну я проебал, наверное. Собираюсь уходить э, и все такие, ну, не шарят, что происходит. Но крупье мне сказал, что я выиграл. И я действительно выиграл. Потом, потом было весело, конечно. Покер Но я потом уже разобрался в правилах, да, как бы это уже, это уже было, так сказать. Так, что мы начинаем? Нет, тут как бы, ну, жестко, ребят, там ставки были 93 на 7. Вы же понимаете, это, это люто. Можно ставку заново, я не успел поставить, нет. Mm -hmm. Кого мы ждем? Кого мы ждем? Все же вроде есть уже, не? Вы играли на 5 карт или по 2? Ты мог бы спросить просто, играли ли мы в холдом или в амаху, блядь. Ты думаешь, я ламер нахуй, да? В стандарте катали, дружище. А, они карты черкают. Я понял. Сам на кого ставишь? Ну с коэффициентом 93 на 7 я поставил бы на крава, чисто потому что можно 10x поднять как бы. Вот. Стандарт тамахнет. Стандарт это холдом. Спасибо Макс Рингер за подарочную подписку. Ван дер Браун, same. Same. Ха. Так, ну что, карта довольно большая, то есть игра может быть э, необычная. Рейтинг у них, кстати, одинаковый. Блять, ебало ставочников представили, кстати. Здесь 4 места на карте. То есть карта может быть довольно объемной. Так, орки, ребята, у Фоги. И орки у Крава. То есть это зеркало орков. Интересно, все зависит от героев. Орки, э, наверное, в рандоме, ну не то чтобы самая слабая карта, у них есть намазки вот эти вот, да, которые помогают хилиться. Но все зависит от героя очень сильно, конечно же. Наверное, и Фоги, и Крафт будут играть через Хедхантеров, потому что это метовая тема. Я смотрю вот как как играют Орки, и Орки э, практически постоянно играют через Хедхантеров. Счет пока что у нас 0-0. Блин, кстати, вот в Warcraft 3 Booster можно поставить вместо текста картинки раз. Так, по-моему, красивее выглядит. Вот так вот. А ну-ка. Так прикольнее, когда картинки? Или лучше, когда текст? Там вы все равно не понимаете, мне кажется, там текст или картинки. <свес> так, Фоги у нас, ребята, синего цвета, Крав желтого, Крав игрок э, французский. Так, опа, Фоги пошел на разведку Батраком. Крав, кстати, разведку не делает. Вот, э, интересно почему. Он же не знает, какая раса у Фоги. И по идее он, ну, должен делать разведку, чтобы понимать, как против него играть. Но Крав как будто бы да, настолько уверен в себе, что он, ну, не планирует делать разведку. Он планирует играть одинаково. Смотрите, кстати, какая у него застройка. Очень сложно будет подобраться к его батракам, потому что все застроено, соответственно. Они здесь спокойно добывают, добывают бабки. Так, ждем героев, ребят. Первый герой Патма. И пит -лорд у Фоги. Ебать. Прикольно. Так. Let's go. Кто выглядит сильнее, ребята? Петлорт или Патма, как вы думаете? Ну, Петлорт как будто бы сильнее. Что умеет Петлорт? Пускает огненный дождь. У него есть дебаф, который снижает урон, да, то есть, видите, минус 3 становится. И именно его и прокачал, пока что Фоги. Фоги, кстати, взял одного кабана рубаку и просто пошел качаться, да. Ему вообще плевать. Тем временем, вместе с хедхантерами крафт тоже забирает первую точку. Так интересно! Мне так интересно! Я не знаю, я не могу. Я не могу. Я не могу, нахуй! Извините. Я уже хочу, хочу посмотреть, кто выиграет. Я хочу уже финал просто. Так, ну что. Кидает. Кидает дебавчик на... На мобов, качается. Убивает в первую очередь, кстати, чувака с морозным доспехом. Второй уровень получает фоги. Цирклеточка выпала Краву, наверное, это лучший артефакт, дает плюс 2 ко всем характеристикам То есть и ХП повысит, и ману, и как бы урон, потому что ловкость Тем временем у Фоги артефакт, э, у Фоги я вижу когти и э, мантия интеллект То есть плюс дополнительный урон, плюс немножко интеллекта, как бы мана, да, Фоги умный, у него дополнительный интеллект, собственно Так, а я вам представление игроков уже включал, да, да, я включал а мне нужно каждую игру включать или просто в начале пары? Наверное, в начале пары буду включать. Можешь музяку чуть погромче сделать? Могу, конечно, ребята, конечно, могу. Вот так нормально? Так, качаются пока что, ребятки. Чес! Yes! Они слишком ли громко, друзья? Я думаю, чуть-чуть надо тише. Блин, Фоги только что чуть не потерял героя, кстати. Просто я себя немножко не слышу, ребят, чуть-чуть тише, чуть-чуть, и нормально. Так, очень. Фоги строит вторую базу. Ой-ой-ой, ребята, видит ли это краф? Батраком идет! Идет батрак, заметит ли вторую базу? Заметили ли краф, вторую базу. Не замечает. Проходит мимо просто. Такая скрытая вторая база от Фоги, кстати. Крав просто разведут, видит здесь хедхантеров, два батрака, три хедхантера. Уровень у них приблизительно одинаковый, фоги чуть-чуть не хватает до третьего. Вторую базу не видит. Такая, кстати, расстройка. Два, две казармы у Крава, то есть у него будет больше юнитов, быстрее, вернее, они будут строиться. Лимита пока что у Крава чуть-чуть больше. И база строится. Но такая скрыта, видите, он, он как будто бы никак на эту базу внимания не обращает, да? То есть он ее построил, ну и просто чилит. Он построил эту базу и просто, ну, не показывает, что она здесь есть. Так, немножко все намазанные. Все вмазанные, намазанные, ребят. Кидает деба фоги на... На двух первых хедхантеров. Так. Пытается, пытается краф забрать э, героя, ну как, он просто просто харасит, размениваются тычками, да, просто, ну вот, э, они немножко чувствуют друг друга, да, они пытаются, пытаются немножко понять, понять, кто, опа, видит, видит краф вторую базу, будет ли пытаться ее отменить, будет ли пытаться ее отменить, так, Фоги теряет Хедхантера. Отменяет все-таки краф, ему вторую базу. Фоги получается проседает немножко по экономике, теряется здесь хедхантер, а батрак против хедхантера, но батрак сильнее, мне кажется. У батрака больше КП, у него броня тяжелая. Так, кто болеет за орков плюс? Так здесь э, оба орки. А, я понял. Ха, смешно, да? Смешно. Прикол такой жесткий получился. Так нападает крафт. Отменил башню у Фоги Фоги строит еще одну башню Панда у Фоги, ребята Панда очень сильный герой Будет задучка. Юзает свиток скорости Пытается харасить Башни здесь потихонечку настреливают Краф агрессирует Теряет Фоги батрака Тем временем Краф отходит Все очень сильно коцанные Буквально каждый батрак получил э, 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 Вернее, каждый хедхантер получил немножечко по лицу И все-таки Краф отходит по лимитам у нас Крафт все-таки немножко опережает, но почему он опережает по лимитам, ребят? Я вам отвечу, потому что у него два барака. То есть он поставил один барак. Фоги, вот смотрите, в чем его прикол, да? Так, ну они тут размениваются. Крафт потихоньку уходит. В чем прикол? Приходит сюда Фоги и видит. Ребята, ну это что? Один барак. Один барак. Значит, у него стандартная игра. Один барак. А он, блядь, поставил второй барак. В чуть-чуть незаметном месте, как бы, да? То есть... Need some sleep. И это жестко. И это жестко. Так, панда уходит. Панда зовут, кстати, Пола круглая бочка. Питлорд у нас э, носит имя Азлагор. А нет, Азгалор. Прошу прощения, ребят, просто я это Ферамира вспомнил. И Патма у нас Адора Ночная Тень. А Дора ночная тень, ребята. Ну что, за Дору болеете или за Злагора? Так, немножко подхиливаются здесь все, под намазками бегают. Подходит Фоги к себе на базу, чилит, получает дополнительные ХПшки. Пока что все качаются. Очень много хедхантеров у Крава и всего лишь один Батрак. Он как будто бы этот Батрак как будто бы Хозяин этих хедхантеров, да, то есть он такой огромный, кайфует. Ой, рубака, рубака, прошу прощения, батраки, вот. Вот батраки. Батраки здесь чилят. Так, Фогги, кстати, отвел Питлорда. Видите, Питлорд, он стоит в стороне, просто чилит. Ну, курит, да, стоит тут на полянке. В то время как панда крепится и весь опыт получает панда. А Питлорд на охране, так сказать... Э -э -э, ну, просто стоит. Смотрите, какой он жесткий, кстати. Питлорд, какие у него зубище, да? Закрыжим, <деваем> Привет, Толя. Привет. Здорово. Удачно. Так, тем временем Крафт Надеюсь, нападает на базу Фоги. На не затащит. Нет, ремонт. ну, ребят, тут игроки уже посерьезнее. Я думаю, вряд ли будут как в позавчера однокалиточные игры. Здесь все уже серьезнее гораздо. Так, нападает Фоги, вернее Крафт на Фоги. Фоги немножко чилит, чинится. Бетон уже есть, то есть дополнительная защита зданий присутствует. Ломает все-таки барак Крафт. Фоги только подходит, у него нет барака. Он выкупил огромного еретика в магазине наемников. Так, есть, кстати, рев. Свитком заюзал. Есть у него свиток исцеления, есть свиток скорости. Он, если что, может отойти. Начинает под мой потихоньку харасить рейдера. Под э -э, ревом. Хедхантеры очень сильны. Ему бы сюда кода и пару шаманов. И вообще было бы очень сильно. Кстати, занимается ли он этим? Да, строит зверинец для кода. А где шаманница? Видимо, решил, что шаманы ему не нужны. Алхимик украл во вторым героем. Ниф и змеевик. Сразу купил ему намазочку, купил ему свиток скорости. И пошел, пошел, пошел. Алхимик кун. Так, качаются ребята. Непокорного мага здесь уничтожает крав. Алхимик пошел подхиливать. Рубаки вообще похуй, он как будто не почувствовал этот подхил. Второй уровень у панды. Панде нужен третий уровень, чтобы задувочка была второго. Так, ну скоро уже кемпов не останется. Скоро им придется уже жестко ебашиться. Лимиты приблизительно одинаковые, да, то есть... Лимиты приблизительно одинаковые. Блин, так кайфую с комментирования турниров. Балдею просто, реально. Самое классное, что самому играть не надо, да? То есть просто сидишь, комментишь. Как зовут Алхимика? Давайте посмотрим. А я же называл его имя, кстати. Ты, видимо, не обратил внимания. Алхимика зовут Нифи Змеевик. Блин, а что у Глории сапки нету, ребята? Это как так-то? Надо будет подарить ей потом. Ребята, маленькая девочка Глория без сапки находится. Это как вообще? Так, опа, духовная связь, распределение урона. Ребята, еретик со скелетом решил распределить урон. Отлично, кстати, разведывает э, краф. Видит здесь фоги. Видит здесь фоги, ребята. Так, ну они принципиально, в принципе, плюс-минус одинаково играют. То есть и там и там. <связать> uh... Спасибо Игорек за подарочный для Глории бот. No, за байти Лизи. Видит Фоги магазин Крава, разваливает его. Пошли Спирит Брейкеры, разваливает магазин и уходит на телепорте. Довольно аккуратно играет Фоги. Видит здесь ä, нападение Крава, сразу же накидывает дебафы, минус урон. Берсерки уже с улучшением и у Фоги а у Фоги, кстати, нет. У Крау, вернее, да? Нет, у Фоги. У Фоги нет берсерков так много. Так, ну что, пошел замес. Влетает сзади рейдер. И Крав уходит. Не теряет никого, да? Практически умер один хедхантер. Пошел урон потихоньку. И все-таки... Все-таки один хедхантер падает, ребят. Вот его кости. Так, здесь есть э, рейдеры подкоцанные. Хилится. Наемник. Батрак куда-то пошел, кстати. Куда он идет? Куда он идет? You, строит, строит, ребят, дом вождей. Все-таки оформляет, ребята, вторую базу Фоги. Уже не здесь, а тут. Понимает, что ему нужна вторая база. Сколько осталось золота? 4600 золота осталось в руднике. Золото может закончиться. И залетает Фоги на базу Краву. Ой-ой-ой. 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 Пытается сломать магазин. Крав отходит. Здесь кода. Кода дает очень сильный бусбер серкерам. Батрак подходит, хилит на характере. На характере хилит, но батрака видит. Сейчас его убьют, скорее всего. Кинули сетку на батрака. Больше он не чинит. Поломали магазин. Ломают и батрака. Ломает алтарь, кстати, сейчас. Фоги. В это время прячется на базе, отхиливается немножко Крав, готовится наступать. У Крава, кстати, тоже Дриней провидит, сильный наемник, насколько я понимаю. Тут аура регенерации, это очень сильная аура, супер жесткая. Аура этого самого Архимага, одна, одна из самых сильных а аур в игре, на самом-то деле. И она очень полезная, потому что огненные стрелы будут... Э, чаще вылетать от Адора ночной тень, да, от, от мы... Еще один Крав покупает Визеря Саламандра, плюс еще один наемник. Так, очень много хедхантеров. Спасибо огромное, дама Анчар, за 5 подарочных. Так, ну и продолжают ребята крипиться потихоньку. Фой, кстати, Крафт тоже делает вторую базу. Не знаю, видит ли ее Фоги. То есть, в принципе, игра очень ровная сейчас. Игра сейчас максимально ровная, ребята. Игра сейчас просто ультра ровная. Вы видели что-то ровное в своей жизни? Вот представьте, самое ровное, что может быть. Что самое ровное? Вот это, эта игра это эта игра, потому что здесь непонятно ничего абсолютно, ребята. Это буквально... Это, это оно. Герои и там и там довольно сильные, то есть тут как бы... Тут как бы жестко. Так, кидает, видит, видит Крафт, о, видит Фоги, что Крафт ведет батраков, то есть, ну, как бы замечает, понимает, что здесь есть вторая база, сейчас пойдет сносить ее, скорее всего. Батраков снес, здесь один, один чел одиноко добывает золото. Кстати, очень много здесь еще золота. 12470. 470. Супер-супер э, дохуя. А тут у Фоги, кстати, все батраки. Стоят, кстати. Почему-то Фоги их не отправил добывать золото. Пошли добывать золото. Под этот трек. Так, ладно, здесь замес, ребят. Простите, что я его, <laughs> что я его не показал. Так, хилит здесь алхимик. Панда влетает! Орет! Нет, не слишком много хп. Я думал, сейчас будет продолжение с врывом. Но нет, но нет, панда отходит. Панда отходит. Пошел под хил от алхимика. Пошел под хил от алхимика. Фоги. Заходит за дерево. И все-таки Замеса нет. Апгрейды уже пошли, кстати. Защиту и атаку прокачал Краф. Фоги только защиту пока что качнул. Уверенно залетает Фоги. Еще один крик. Также дополнительный урон от Алхимика. Рейдер кидает сетку на Алхимика. Зажимает Фоги. Плюс дебаф, свиток защиты проюзывает Фоги. Как много бафов и дебафов на алхимике. Свиток скорости еще сверху. Теряется ли алхимик? Алхимик погибает, ребята. Четвертый уровень у Азлагора. Очень сильно давит Крафт. Пытается Фоги. Так, Фоги убил, кстати, Кода. Но Крафт хедхантерами очень сильно здесь настреливает. Панда жива, герои пока что у Фоги живы. Крав потерял химика. Fucking face tonight. Шестой уровень у Крава появляется ультимейт. Ультимейт довольно сильную подмы. Вроде как, да, то есть можно нанести довольно много урона в массовом. Замесе Вот и пошел, кстати, тот самый ультимейт Фоги вынуждены отойти У Крава очень сильная аура, конечно Вот эта вот аура гениальности, да Которая дает дополнительную регенерацию Она, она хороша И все-таки отходят они, ребята Фоги пока что этот замес Но он не потерял героя, но он потерял довольно много лимита боевого 26 на 47 Фоги здесь спокойно может проиграть, ребята. Пока что армия у него намного меньше. А в это время Краф видит его вторую базу. Вместе с белым фурболгом воителем. Начинает ее сносить. Подходит Фоги в спину, юзает пиво то есть промахи у хедхантеров. Здесь Краф заказывает огромную гидру. Сносится ли кода? Кода с Берсерка. Добьет ли краф Фоги для того, чтобы Берсерк вышел? Берсерк выходит, Кода умирает. Наносится урон по. Странником. Я забыл, как они называются. Спирит Брейкер. Вот, да, вспомнил. По батраку тоже наносится урон гидрой. Ой-ой-ой. Ломается, ребята, база Фоги. В это время база Крау приносит ему деньги. Пока что Крав выглядит сильнее в этой игре. Пока что Крау выглядит сильнее. Неужели Фоги проиграет первую игру на этом турнире? Он идет со счетом 17-0. Крау получает седьмой уровень. Спирит Волкеры, прошу прощения, ребят. Убивает героя Фоги Крафт. Седьмой уровень Патма. Убивает Хэдхантера. 35 хп Гидра. Фурболк. Древний Димон Бездна еще здесь. И ГГ пишет Фоги. Первая игра за Крафтом, ребята. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дамы и господа. Вот это да, ставочники сейчас в шоке, потому что 90% ставок были на Фоги. Так, Крав забирает эту катку, ребята. Кто победит вторую карту, Крав или Фоги? Так, ребята, показываю вам победителя. Показываю вам этого мужчину. Итак, вот он. Вот он, на кого вы поставили 10%. Француз. Краф. Undead. Команда Playing Duck. Дэм. Забирает, забирает Краф первую игру. И это жестко. И это жестко, ребята. Вторая игра. Devil's Fortress карта. Так, ой-ой-ой, сразу же уже, ребята, Фоги немножко снизилась, да? Крав пошел в туалет, написал, что он пока АФК немножко. Видимо, игра была потная, пошел слить соляру. Так, 70 на 30 уже, ребята, тем временем ставочки. Все стало, все стало жестче. Все стало жестче, 1-0 в пользу Крава, это неожиданно, конечно, Сколько вы подняли, ребята, с этим коэффициентом 1 к 10? Я думаю, много. 9к на Крава. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я чувствую, что сегодня будет жесткая заруба. У меня такое прям, ну, предвкушение, что сегодня будут э, очень, э, очень жесткие игры. Он спешил победить, чтобы наконец-то поссать. Ну да. Ну да. Ну да, блин, жестко, жестко. Я уже в предвкушении. Но это намного интереснее, ребят, когда игроки равные, чем когда мы позавчера смотрели, там были игры одноколиточные, жестко. Потому что полупро играли с про. А тут уже прям все игроки очень сильны. Поэтому карты, ну, абсолютно равные. Я верил в Крау всей душой, честно верил. Вот результат. Я понял, ребята, я понял. Вы <coughs> Соник? Это про кого написали? Про Соника. Видимо, Соник, Соник хочет покомментить, или просто посмотреть матчи. Да, приходит Соник, будет комментить. 50 долларов закинули? Кто? Кто это сделал? Я люблю тебя, друг. Ой-ой-ой, Василий. Спасибо огромное за 50 долларов, ребята. Василий, это человек, который придумал флаг Джерони. Вот это вот сову, которая у меня в Дискорде. Вот они, вот они объединяются. Легенды моего канала. Спасибо всем огромное, ребята, за участие в этой благотворительной акции. Спасибо тебе огромное, Василий, за 50 долларов.

Ой, 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 ой. Так, ну что, стартуем, стартуем. Я в предкушении. Я не могу держать себя в руках. Мне нужно уже Варкрафт внутривенно. Так, ну что, летс гоу. Вторая игра, дамы и господа. Первую забрал крафт. Дэвил Фортес у нас, дамы и господа. За людей стартует краф, в то время как за орков стартуют Фоги. Ой-ой-ой. Пошла, пошла, ебка. Так, надо обновить счет. Секундочку. Так, пока небольшая расстройка. Еще, ребят, презентация игроков. Не буду этим э, особо злоупотреблять, но иногда буду вам показывать. Итак, первым идет Фоги. Счет 17-1 у него теперь. Основная раса Найтэльф. И теперь Краф, который забрал 1-0. Дэм! Довольно уверенный в себе игрок. Мейн раз андет. Одного возраста ребята, им по 29 лет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, пошли, пошли заказы героев. Отправляется батрак на разведку. Идет, идет батрачок, ребята, разведывает. Опа, Декси, спасибо тебе огромное за 10 долларов. Привет, хорошего стрима, пишет. И тебе хорошего просмотра. Спасибо огромное за донат на благотворительность. Спасибо тебе большое, друг. Так, зачем Крав поставил здесь ферму? Почему именно тут? Такая интересная расстройка у него. Видимо, что... Ой-ой-ой, ребята. Герои андетские, кстати. Лорд темноглаз. У Крава. ДК, да, будет раскидывать Кайлы. Хорошая очень аура у ДК. И тем временем у Фоги тоже герой андетов. Лотри раз. Повелитель ужаса. Очень тоже сильный герой такой. Будет э, мух кидать. Они наносят очень много урона вейвами. Особенно против людей. Там третьего уровня вейв. Допустим, если он прокачает э, до пятого уровня э, персонажа, он вейвами будет забирать очень много работяг. Так, Крав пошел. крепится с помощью рабочих. Очень сильная такая тема. Сейчас пойдет волна, скорее всего. Попытается волной забрать. Не успел забрать. Отменил все-таки волну. Пытается мешать здесь качаться Краву. Пришел за соло героя. В это время идут уже первые хедхантеры у Фоги. Лорд Лор а я как сказал. Ну, неважно, короче. Он. Вампир, блядь, ебаный. А тут ДК. Дю -дю -дю -дю. Кажись, Фоги победит, ребят. Но нельзя так быстро делать выводы. Нужно больше посмотреть матчи. Тут все... Э, все, что угодно может произойти. Так, продолжает краф потихоньку харасить, да? То есть накидывать урон по хедхантерам. Нет, Фоги за орков. За Хуманов играет крафт строит здесь сторожевую башню, для того, чтобы. И, кстати, сразу же апгрейдит ее до магической башни. Магическая башня, она высасывает ману. И это очень хорошая постройка, потому что если повелитель ужаса будет заходить, пытаться кинуть мух, то ему будет высасываться мана, и у него мейби мана не будет хватать. А нежить очень сложно установить ману, нужно там башни ставить и так далее. Так, продолжают ребята бегать друг за другом, но ДК бегает быстрее за счет своей а, нечистой ауры, которая добавляет ему регенерацию и дополнительное передвижение. Забыл артефакт, кстати, по какой-то причине. А, нет, не забыл, он не забыл этот артефакт, он просто качался без героя и не успел его подобрать. Джезл Молни здесь и медицинский трактат. Строится еще одна ферма здесь кравом. А эти фермы, почему они в таких вот каких-то необычных местах строятся? А ну-ка, варкрафтеры. Это чтобы вижен был, да, дополнительный? Чтобы, или что? Почему так? Почему они на базе все фермы строят? Доп вижен, понял, понял. Но у этих ферм же нет защиты. И supply блок может быть. То есть Фоги просто придется, да, разъебет эти две фермы, и у него ну, будет меньше возможности юнитов строить. Но Фоги этого не делает. Значит, видимо, все не так просто. Так, продолжает качаться. Будет ли заказывать еще героя Крафт, интересно. Блин, вот э, за этими матчами так интересно наблюдать, потому что они равные, да, то есть... За однокалиточными матчами не так круто наблюдать. Но здесь прям чувствуется, что у игроков спортивный интерес. Противостояние очень такое жесткое. Вот, вот, о чем я говорил Задувочка, это только первого уровня А третьего уровня заду, задувка, это просто Фоги прибегает вот сюда вот Кидает вот сюда задувку и там А ну-ка, э, чуваки, третьего уровня задувка Убивает работягу с 230 хп Или нет? Просто за раз Я просто знаю, что На третьем уровне э, На третьем уровне Второго уровня задувка Она виспов убивает полностью То есть с одной задувки Виспы сразу откидываются, как бы нет. Но там тогда очень мало ХП остается, я думаю. Это БО-3. А нет, вообще, Best of 5, до трех побед, кстати. Предпочитаю БО-1. БО-1 на рандомных героях и рандомных картах невозможен. Примерно 5 ХП остается. Потому что... Ну, вы представьте себе, да, одна карта, там, допустим, в фоги выпадают эльфы его мейн раса. Выпадает какой-то имбалансный герой, которым он постоянно играл. А Крау выпадает вообще там ну, вот, абсолютно то, что не и считайте, просто он на рандоме затащил. Поэтому играется Best of Five. Спасибо огромное, Холлвейн, за 15 месяцев платной подписки. Привет. Привет, Давадар777. С первым сообщением в чате тебя. Так, идет 4 фоги. Какой настоящий? Как понять? Понять невозможно. Поэтому Краб пришел, а Фоги убежал на телепорте. Хилится, хилится ребята. Так, пошли первые рейдеры от э, Фоги. А здесь тем временем строится Т3, да? Прикольно, кстати. Крошера нанял. Крошер балдеет. Добывает дополнительное дерево. Шмотку не взял, блин, я не заметил. Где? А кто взял дополнительную шмотку? Перчатки здесь. Hello, hello, hello. Hello. <звы> <звы> так, приходит Фоги на вторую базу Крава. Пытается ее отменить, но здесь уже две магические башни. Настреливает по рейдерам. Фоги не подходит. Фоги, кстати, интересно, не прокачал Сон, он прокачал Вампирик. Теряет рейдера Фоги. Кстати, заметьте, у Крава уже вторая база, в то время как у Фоги второй базы нет. Но батрак уже пришел строить вторую базу, он готовится. Фоги не может отменить вторую базу. Очень много пехотинцев, очень много защиты у Крава здесь. Пытается окружить рейдер, не получается. Фоги ретируется, нападает на базу. Здесь меньше защиты. Пытается снести алтарь. Выходит у Крава Гаганаш, второй герой Питлорд. Сразу же кидает дебаф на урон. Так, задувочка пошла. Пехотинцы получили дэмэдж. Сетка на пехотинца. Окружают рейдера. Рейдер здесь умрет. Теряет одного пехотинца. Задувка от Фоги. Пошел от Петлорда дебаф. Орг здесь рассыпается, ребят. пехотинца очень много. Остается всего лишь два рейдера. Фоги вынуждены отступать. Но нет, юзает еще одну задувку. Теряет крав еще одного пехотинца. Фоги очень хорошо расконтроливает, Кидает сеточки рейдерам, двигается. Так, довольно мало хп у рейдера. Рейдер уходит. Фоги тем временем забирает еще одного пехотинца. Здесь еще рубака парень. Добивает все-таки рейдера крав. Получает четвертый уровень. Крафт сейчас выглядит намного сильнее. У него два героя, один четвертого уровня, второй практически второго. У Фоги один герой третьего уровня. Так, Фоги продолжает накидывать пехотинцев. Крафт в это время бежит за рейдером. Рейдер уходит, дополнительные рейдеры здесь подходят. Малохэповый рейдер возвращается обратно. Фоги продолжает э -э Кошмарить базу Крава Снял только что алтарь Подходят дополнительные рейдеры, пытается снести магазин Крав увидел вторую базу Фоги Пытается ее отменить, здесь никакого сопротивления нет Поэтому, скорее всего, он ее отменит В это время у... Ой, ой, это танки, ребята! Это танки от Крава На второй базе построил э, мастерские И будет танками пытаться уничтожить базу Ой-ой-ой, ребята Ой-ой-ой очень сильная украла вторая база. Хотя первая очень слабая. То есть он сделал ставку. Видите, он первую базу практически не развивал. Фоги сейчас ее сносит. Фоги не знает, что здесь танки. Танки это э, юниты, которые очень хороший урон наносят по зданиям, именно, а не по противникам. И он танками идет на базу орка. Пока что всего лишь два танка. Здесь выходят, кстати, наездники на ветрокрылья. Как они в простонародье называются, чуваки? Скажите, пожалуйста, чтобы я не называл их наездниками на ветрокрыль постоянно. <как> не увидел, кстати, Виверны, да, Виверны, спасибо, я забыл, я забыл. Не увидел, кстати, танки Фоги. Здесь пехотинцами пытается отменить базу, но не, не смог все-таки отменить, кстати. Тем самым, кстати, Фоги снял почти всю базу ему, но Крафт сделал ставку, то, что у него вторая база будет сильнее. И танки заходят на базу Орка, начинают ломать здание. Кстати, шипы не работают, да, на, на танков. Так, рейдеры наносят урон по танкам. Виверна еще одна строится. Еще дополнительные танки есть? Не, пока только два танка заказал. Здесь потому что очень жесткая суета на базе. Жук от Крава третьим героем. Тифис Ан, владыка склепа. Пытается защитить первую свою основную базу. Строит здесь дополнительные башни. Основное здание пока что стоит. Строит здесь башни. Не дает уничтожить основное здание, потому что это важно. И Крошер здесь все еще добывает. Ресурсы он получает. Вертолетики от Крава. Вертолетики, танки. Отменил уже, кстати, Зверинец. Сейчас пытается отныть алтарь. Фоги пытается его починить. Но все-таки танки ломают алтарь. И танки идут дальше, ребята. Один танк падает от рейдера. Сетка. Один рейдер, кстати, два танка снес, между прочим. Так, вертолетики от Крава. Пошел немножко воздух. Вертолетики против воздуха очень сильны. У них там АУЕ урон, как бы, да. Если было бы много Вивер, например, то без проблем бы вертолетики их разнесли. Так, и Крав пытается отменить все-таки уже. Третий раз подходит и пытается отменить вторую базу Фоги. В это время и первая, и вторая база у Крава работает. Еще танки строятся, будет харасить основную базу. Так, в этом время в этим времени подходит Фоги третьего уровня. Подкоп. База все-таки, кстати, Фоги была построена. Рейдер падает. Крафт догоняет. Так, самолетики пытаются снести Виверну. У Фоги меньше боевого лимита, 20 на 36. То есть Фоги в основном героями здесь бегает. Но тут, ребята, такое чувство, что Крафт побеждает 2-0, ребята. Очень-очень хорошо все у него. Герои 4-2. 4-2 и практически второго уровня жук. В то время теряет все-таки героя Фоги. И это ГГ 2-0. В пользу крава. Ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой. Так, идет сразу же следующая ставка, ребята, на третью карту. Будет ли камбэк от Фоги или это 3-0? Будет ли камбэк от Фоги или это 3-0? Вот это, конечно, вопросик. Будет ли камбэк от Фоги, или это 3-0? Так, показываю вам победителя. Сюда. Франция, граф. 2-0. 2-0, дамы и господа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Hammer Fall. Карта. Даст ли Фоги камбэк? Ой, Фоги... Первая ставка была 10% было на Крава, даже 9. Вторая ставка 30% было на Крава. И третья ставка уже 45% на Крава, ребята. Ой-ой-ой. Будет ли камбэк от Фоги? Или это 3-0? Хаммерфелл, да, Хаммерфелл, прошу прощения. Да, Фоги теперь нужно взять три подряд, чтобы выиграть, все верно. Но вы чувствуете, накал срастей, растей, да, это куда более интересно, чем то, что было позавчера. Здесь прям игры очень классные. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята. Третья игра. Будет ли камбэчная от Фоги или нет? Фоги надо сейчас ночных эльфов и сильного героя. Фоги надо ночных эльфов и сильного героя. Крафт мейн андеды. У Фоги ночные эльфы мейн раса. И крау выпадают орки. Опять мирор орков, кстати. Три раза подряд Фоги играет за орков. Опять Мирор Орков. Орк против Орка. Так, надо подкорректировать счет. Сейчас уже 2-0 ведет Крав. У Крава зум 2022, кстати. Такой вот у него интересный зумчик. Все зависит от героев и от скилла, естественно. Фоги просто на красные Джероны поставил. <соединяюсь> сомневаюсь, сомневаюсь, ребят. Там первое место 400 долларов. Я думаю, 400 долларов важнее, чем э -э, Джероны. <соединяюсь> так, ну пока ребятки здесь расстраиваются. Кстати, э -э, Фоги поставил лесопилку первой. Что это значит? Это значит, что он выходит в фаст хедхантеров. Я ж правильно понимаю, чуваки? Я хоть немножко, блядь Просто, ну, мне многие говорят, что я вообще нихуя не понимаю Но я хоть чуть-чуть сейчас правильно понимаю или нет? Ну, вроде ж да Да <с titled> <с Hold> все правильно, все правильно Лицепилка нужна, чтобы хедхантеров строить Чего вы там э кидаете приколы? Да ты понимаешь, что игра Warcraft Ну, я стараюсь Я сегодня специально перед началом сыграл 7 игр не проиграл все семь. <laughs> так что, ну, уверен, все идет. Так, герои, герои, ребята. Так, у Фоги сейчас Блейд. Чекайте. У Соник пишет 2010 Дэнс. Я не понимаю, что это значит. Ну, ладно. Так, у Крава... Не знаю, не знаю. Не знаю, кто у Крава. Ой-ой-ой, у Фоги Кипер. Хранитель рощи, ребята. Гроу Стрит, да, Керри Двин. И Бистмастер у Крава. Мок Каменное Рыло. Ой-ой-ой. Кипер это хорошо. Сразу же идет харасить. Прикопочка деревья. Видит, кстати... А, это его батрак. Так, Рексарчик, ребята, выходит. Фармится Рексарчик. Блин, хочу, чтобы Фоги победил. Хочу, ну, я хоть и. Я просто хочу, чтобы было заруба в финале 2-2, вот именно. То есть, прям жестко. Так, кабанчика первым прокачал. А Вандер мне говорил, кстати, первым качать медведя. Но почему-то краф первым прокачал кабана. Интересно. Так, Фоги накидывает по Рексарчику. На батрака заюзал прикопочку. Пытается убить батрака. Задынает ли его краф? Подойдет ли даст ему по лицу? Нет, все-таки Фоги получает опыт за батрака. фармит, кстати, с помощью землянки сейчас. Все, кабанчик здесь. Два кабанчика, кстати. Блин, ну Риксарчик сильный герой в начале. Кабанчики, медведи. Но и Кипер сильный герой в начале. То есть, в принципе, и у Фоги, и у Крава довольно неплохие герои в начале. Колори! Так. Пошел, пошел Фоги разваливать кабанчиков. Так, перепризвал, перепризвал кабанов. Хочется э, снести землянку. Но уровень больше украло, кстати. Ему буквально еще забрать одного какого-то крипа, одного нейтрала. Он будет второго. Он вызовет медведя. Прикопал, кстати, кабана. Прикопал кабанчика вепря. Но опыт за него не получится. Он быстрее. Выживет, да, то есть мана теряется пока что Идут дополнительные батраки Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята Так, здесь уже 4 хедхантера, У Фоги пока что батраки идут первыми Ой-ой-ой, что-то пока что Крав выглядит мощнее С четырьмя хедхантерами с кабанчиками Блин, неужели 3-0 для Крава? Неужели 3-0 для Крава, ребята? Вот это неожиданный поворот. Фоги весь турнир просто солил, да? То есть 17-0 был счет. Так. Пытался, кстати, Крав добить своего хэдхантера, но не получилось. Дополнительный урон ему нанес. Так, на развороте немножечко пару тычек вкинул. И пошел, пошел Харас. Так, они размениваются тычками. Блин, зачем они размениваются тычками, если они могут качаться сейчас? Я вот не знаю, я играю в Warcraft, я сразу же иду качаться. Я никогда не размениваюсь тычками. Просто сидят, размениваются тычками. А крипчики-то стоят. Чего не пойти качаться сейчас? будут в перерыве обсуждения между комментаторами. Ребят, нам нужна база аналитики. Найдите мне троих, э, пятерых, пятерых, может, аналитиков. Так, SF, ребята, выходит у Фоги, ZXC, Гуль, как говорится, сейчас будет Кайлы пускать. <как> погнали, погнали, сейчас будет призывать огненных чувачков. A Так, два героя первого уровня. Бист уже тем временем второго. Рексарчик. Так, как зовут? Пеплабой. <свёздит> Пеплабой, ребята, на эсэфе. Охуеть. Не, ну это жестко. Это жестко. Пеплабойчик это. Это люто, ребята. Блин, я надеюсь, Фоги из-за того, что мне 2-0 проиграл вчера, не расстроился. А то, возможно, я вогнал его в тильт вместе с Вандер Брауном, и у него. Уровень игры подупал после этого. Это моральная давка. Так, идет, идет порождение лавы. ой ой, -ой ребята, Блейд выходит кигами. Вторым героем для Крава. Мастер Клинка. Ой-ой-ой, если мастера Клинка расфидить, то будет очень больно, да? Taste your blade. Так, продолжает качаться кольцо. Не очень хорошо для... Для Блейда. Ему бы цирклеточку, когти. Так, Крав берет наемника. Болотное чудище. Так, ну и продолжает. Продолжает здесь Фоги пытаться... Так, ускорение юзает Крав. Фокусит очень жестко кипера. Просто буквально Райт right клик по киперу Заставляет кипера вязать телепорт Фоги уходит Да, ну краф очень хорош, ребята Краф действительно неплох Блин, Фоги бы подкачаться немножко Позабирать крипчика, а то у него герои первого уровня Как-то не очень приятные Фоги бы немножко уровень получить, потому что Блейд как бы прокачается и будет неприятно. Крафт постоянно качается. Вот сейчас даже он бьет черепах. Так, Фоги пошел зарандомить наемника себе. Но не хватило денег, видимо, в инвизи. Подходит Блейд, покупает наемника, это черный дракон. И забирает рейдера, ребята. Пока что ситуация выглядит очень плохо для Фоги. Третьего уровня, Арксарчик. Второго уровня Блейд, в то время как у Фоги два героя первого левела. Ситуация крайне неприятная для Фоги, ребята. Так, идут, идут здесь батраки. Пытается зажать он Крава, но Крав на развороте забирает Батрака. Сетка по Дракону, идет фокус Дракона. Два Спирит Волкера здесь. Заберет ли Дракона? Нет, Дракон уходит. Рассыпается Фоги. Хотя нет, вот он отвел Батраков. не нет нет кстати, все неплохо для Фоги вроде бы. Лимиты сейчас одинаковые. 31 на 31. Заберет ли наемников Фоги? Вот это вот самое интересное. Наемники очень дорого стоили. Пытается Фоги фокусить наемника. Болотное чудище падает. Получает второй уровень Фоги. Фокусит кабана. Перед Волкер один падает. Очень мало у СФ-чика ХП. Фоги вынужден отойти, но болотное чудище упало. Болотное чудище упало. Заказывает нового наемника. Это Свен. Или же Кровавое отродье. Очень много наемников у Крава. Здесь и дракончик. И детеныш Гидры. И, соответственно, кровавые отродье. Ой-ой-ой, Крав заказывает красного дракона. Очень много у него наемников. В это время у Фоги лимит 29 всего лишь. Так, Фоги берет всех своих батраков. И что он делает? Он снял всех батраков с дерева. И идет куда-то. А у Крава здесь база, дамы и господа. У Крава здесь база. Ой-ой-ой. Видит ли это Фоги? Так, Фоги взял всех своих батраков и увидел Блейда. Блейд в сетке наносит очень много урона по рейдерам. Блейд уходит, имея не очень много ХП. Прикопка от Фоги убьет ли Блейда? Убьет ли Блейда? Инвиз от Блейда? У Блейда очень мало ХП. Блейд получает третий уровень. Фоги вместе с батраками пытается нанести урон. Блейд фокусит кипера. Очень маленький уровень у героев у Фоги. Фоги вынужден отступить. Наемники очень сильные. Замедление Кода идет. Так, убил все-таки Свена. Очень мало хп у хранителя рощи. Кода здесь рассыпается, ребята. Фоги отступает. Батраки пытаются сражаться, но шансов не особо много. Четвертого уровня Блейд. И, ребята, ситуация очень плохая для Фоги. Вызывается Ястреб. Ястреб наносит урон потихонечку по Кода. Убьет ли он Кода? В сетку выкидывают Ястреба. Ой-ой-ой. Подходит потихонечку Блейд, начинает забирать Тауренский тотем. Здесь э, тем временем строится новый Спирит Волкер. Фоги ничего не может сделать. Стоит в углу, пытается как-то восстановить силы. И пишет ГГ. 3-0, дамы и господа. Это, конечно, шок. Но Фоги выбива выбивает с турнира, будучи фаворитом, который побеждал 17-0, я прошу заметить. Давайте напоследок, ребята, посмотрим. Небольшое промо. Вот он краф. Теперь у него счет не 14-7, а 17-7 получается. Да, да, ребята. Такие дела. Такие дела. Неожиданности случаются. Неожиданности случаются. Так, следующая пара. Инсуапарабл Starbuck Тоже очень интересно. Insaprable. А, ну давайте, давайте, мы промо вам врубим. Почему? Почему это самое? Я как бы... Промо пошло. Так, сейчас ставочку рассчитаю. Побеждает Крафт 3-0. Так, вот он Insaprable, дамы и господа. Ой-ой-ой. 27 лет. Команда Гладиатор Zero Effort. Стата 11 -9. Из Канады. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, и против него Старбак. Игрок из Словении. Очень сильный игрок, который часто играет на рандоме. Я, кстати, его промо даже не смотрел. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой. 25 лет. Мейн раса орк. Кстати, у него стата 15-4. Очень сильная. Блин, он, он, он мой одногодка, прикиньте. Жесть. Ой-ой-ой, <клышит> <клышит> ребята. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, оформляю ставочку. Так, кто победит? Первая карта. Так, Старбак. Или все-таки Инсупрабл. Давайте, ребята, у вас минуточка на ставку подъехала. Еще раз э, спасибо всем донатерам, которые кидают свои деньги на благотворительность. Очень э, хорошо вы накидали, ребят. 6394 доллара. Это очень серьезная сумма. Спасибо всем огромное, кто участвовал <coughs> и поддерживал донатами. Вот так вот. Кто бы мог подумать, что Фоги 17-0 вел. Так. На Старбака, кстати, пока что больше. Но у него лучшая. У него лучшая стата, действительно. Он как бы... Но мы уже показали, ребят, что стата ничего не значит. Потому что у Фоги была стата 17-0, и он проиграл 3-0. В то время как у Крава была стата что-то там 14-7, по-моему, если я не ошибаюсь. тин <звы> тин Так, сейчас напишу Вандеру, может, мы с ним аналитику проведем. Ну, он проведет, а я послушаю. Просто интересно с Вандером поболтать, что он вообще думает по поводу 3-0. Так, звоню. Good. Блин, так неожиданно реально Так, а ну-ка какие-то новости мне тут кидают Twitch встревожен растущей Леньше, популярностью Спасибо, Вилнорд за 19 месяцев стримеров с казино с лотами Короче, ребят, Twitch пригорает на казиночи. Ой-ой-ой Ой-ой-ой А Казинчи сейчас это чуть ли не единственное, которое э, стримерам деньги приносит. Ну, я так понимаю. Я до Казинчи не рекламирую. Мне деньги не нужны, ребят. Я, в принципе, богатый успешен. У меня почти тысяча сабов, как бы. Но люди, на которых не подписываются, им остается только Казики рекламировать. Не, на самом-то деле рекламировать Казики это миллионы денег. Но я пока не стал на этот путь. Если ты богатый, скинь мне сотку на Киеве. Не-не, ребят, я вот скинул деньги вот сюда, вот вверх. Свои личные. И вам рекомендую. Прям, ну, противника отличные герои, у него плохие герои. О, здорово. Здорово. Я просто не хотел тебя перебивать. Алло, меня слышно? Алло. Сейчас, 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 извини. Да все нормально. Алло, Вандер. М -м. Как дела? Сейчас, я тебе перезвоню, переходу нужно переподключить кое-что, один момент. <сélит> 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 Ладно. Окей. Гоуин Крейзин башка что-то чешется, чуваки. Новый шампунь какой-то корейский. Аня заказала. Так, меня слышно? Да, меня слышно. Да-да-да, все, отлично. Так, ну как получилось-то? 17-0 стата Фуги, 3-0, ну что это? Ну, рандом, типа, как бы сам формат турнира такой, он предрас предрасположен к чему-то такому. В принципе, 17-0. Ну, в последней Фоги игре Кипер как игра. Бы хороший герой. Последняя игра, да. Последняя игра, просто Краф просто сам по себе банально лучше сыграл. Вот мне, кстати, карте, интересно: да. ты видел, Краф вообще только наемниками играл на третьей карте. А Фуги, mm -hmm. ну, брал Спирит Волкера в основном там. Как ну, бы... не ну, знаю. Ну, есть... очень сильно доминировал последнюю карту. Мы прям смотрели, да. он не давал Фоги шанса вообще просто. Ну, может, не знаю. То есть Фоги может, после трех поражений каких-то тильт немного был. Может, я быть, вот немного честно немного тебе скажу а, мое мнение, серьезно, да, без шуток. Я думаю, Фоге mm. поплыл из-за того, что мы вчера выиграли у него 2-0. Да, факт. Вот, после этого он как-то вот немножко понял, что... Вера в себя немного упала. Да, 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 из-за этого произошел какой-то тильт у него скорее всего и вот. удача ушла то есть типа он же в чем его еще фишка на этом турнире была ему реально очень сильно везло постоянно то ну раз а то героя и так далее все mm -hmm. проиграл удачу просто испарилась реально мы забрали абсорбировали ее да да просто ну нам невероятно везло мне выпал тинкер мой любимый герой как бы я за него постоянно играю так что да мы у него забрали всю удачу mm -hmm. так ну что краф ой не Крафт. получается у нас идет инсапр был старбак да Mm -hmm. Но там Старбак, судя по статистике, выглядит сильнее, как бы. То есть, ну и именно если да, брать он, вот да. эту вот лигу. Плюс он играет часто на рандоме. У него там очень да. высокий, у него грандмастер на рандоме в Warcraft да. 3 Champions. Mm -hmm. То есть mm -hmm. э, так, все -то правильно. Такое? Ты проверишь все. Ты говоришь абсолютно все правильно. Чисто на бумаге Старбак выглядит на стабильней, потому что он постоянно играет за разные расы. У него уровень игры выше. Он бывший Старкрафтер. Uh, он на турнирах, в принципе, более стабильный результат показывает, если сравнивать его вот, с Инсапорабом. Но, Но, опять, опять же... же вот, может да, быть вот все что угодно, потому что мы именно. видели 17-0 статистику, как бы, и да. в итоге произошло как бы неожиданное, так сказать. Да, да. И еще очень, ну, то есть на таких турнирах очень важно не быть зажатым в рамках своей расы, как это бывает в Варкрафте. Ну, типа, есть люди, которые просто катают за одну свою расу и больше ничего не умеют. Ну, и это нормально, это массово. А Инсаппро, с другой стороны, регулярно за орков катает, э, за эльфов mm -hmm. регулярно катает. То есть опыт у него есть, и, и соответственно, ну, ему знаешь, может быть э легче про адаптироваться. просто люди вот отличаются. Некоторые хотят именно... Повеселиться, знаешь, приятно провести время, а некоторые ставят супер целью постоянно выигрывать, да, и поэтому они, да. наверное, одну раз очень сильно Да. Но вот, э, я Ну, смотрел... это, как не... раз относятся к, к чувакам, которые просто пришли тут поорать и повеселиться, и не более Ну того. да, то есть да, амбиции, да. Не... амбиции у него нет. Да, ну такой кайфовый, кайфовый, как бы ждет матч. Но ты все-таки ставишь на старбак, так сказать. Ну, не знаю, у меня весь чат, если что, ты понимал, ну у меня есть ставки, каждую карту я там делаю, mm -hmm. ну я думаю, у тебя mm -hmm. тоже. У меня э, первый, э, первая карта была 10% на Крава, вторая карта 30%, а, -а, -а. а третья <свят> уже 50 на 50%, короче, то есть, ну, люди... Ну, у меня, у меня примерно такая же, тоже на каждую карту делал, у меня примерно такая же, что только на третьей карте, а, нет, на третьей карте тоже, типа, там как раз время было, когда после появления героя еще было где-то секунд 20, когда ставку можно было сделать, и все <свят> напоги лили, и... и, 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 и Потому и что пог... кипер там? <свят> ну да. Mm, <связано> ну, <связано> Кипер выглядит посильнее То есть, типа, я сказал, Бист норм Хороший герой, но Кипер сильнее Типа И все, и деньги полились и сгорели <связано> Ну да, Фоги <связано> еще трижды орки выпали Ни разу там ни, ни эльфов, ни, ни дроп-нос <связано> <просто>, Ничего такого <связано> <связано> Так, ну что, когда там next карта-то начинается? Ну, Инсап сказал, что он готов Старбак попросил еще 5 минут Ну, то есть, где-то где да, через 5 минут Они, в принципе, по расписанию должны 8 стартовать по Киеву Поэтому, mm -hmm. как бы, они даже чуть раньше стартуют, чем по расписанию Так mm -hmm. что где-то еще 5 минут у нас есть я понял. Ну, интересно, вот сегодня прям очень кайфово наблюдать за играми. Я вообще вот просто вчера, честно говоря, там ближе к концу уже почувствовал, как, ну, я устаю. Mm -hmm. И, ну, такие игры одноколиточные немножко. А сейчас прям как-то... Я говорю, да, уровень немного сравнялся. Да, конечно, 3-0, немного грустно, но тем не менее, как бы 3-0 в борьбе, в поту. Вообще, на самом деле, первая карта была очень прикольная. Там, где крав я. Это самая удачливая катка, что я видел вообще в этом режиме. Там, где жрица была с орками и с алхимиком. Там краву идеально все выпадало. То есть это самое крутое, что могло только выпасть, в принципе. Да, блейд еще выпал приятно так. Тоже неплохо. Я, я, я про первую карту, там, где жрица луны. Не, сауры, я, ну, я понял, да, да, я понял. А я про третью. А -а -а. Ну да, тоже норм. И все равно Фоги, типа, чуть не победил. То есть там был шанс, как будто он мог перевернуть это все. Ну, короче, я, я ну люблю компетитив, поэтому... Сейчас я немного это, прям тоже... В, 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 это, в, да, ну хотелось, а Москва, конечно, 2-2. И финальный да, какой-то такой, да-да-да. Так, получилось, конечно, очень быстро они как-то закончили. Ну, посмотрим, может быть, опять же, вот второй полуфинал будет более активным. Ну и финал, я думаю, в любом случае. Финал будет, будет в любом активным. случае, конечно, да. конечно. Финал будет жестким, сто процентов. Да. Mm -hmm. Ну как ты, вот ты в принципе впервые комментируешь. Мне бы даже интересно просто вот как... А ну, ты, см ты смотрел, ты говорил, что вчера посмотришь, как я комментировал. Я не успею. Я забыл. <связать> ну, <связать> в целом, в, том, на днях. в целом, в целом, ну, вроде нормально. Типа, я, я же не могу со стороны себя оценить, понимаешь? То есть, ну... Нет, я... типа про свои ощущения. Там, а, ну, и так далее. мне нормально, мне весело. То есть, мне прикольно. Вот. Вообще, это, да, да, это весело. Это не как играть, когда сидишь, потеешь. Да, просто... да, 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 да. да а тут Но... ты стопи... чисто пивчик можно взять и развалиться на диванчике и нормально. Сто процентов, сто процентов. Еще хотелось бы сказать спасибо всем донатерам, которые сегодня уже да. тоже скидывали деньги. Спасибо большое, очень ребята, много. вам. Спасибо всем. Да, реально общая сумма впечатляет очень сильно. Спасибо всем. Да, действительно огромные деньги. Спасибо всем огромные, ребята, потому что это хорошее дело. Это как бы думаю, приятнее на душе всем становится, кто поддерживает, потому что это идет на помощь людям, на спасение людей и так далее. Поэтому спасибо всем. Сто процентов. Жду стрим с пивом. Блин, так это же каждый стрим, реально. Просто вы его не видите. Ой. Ну, Получается. с что на минуту Старбак сейчас появится, Старбак был. чисто хавает, да, Стар... Старбак чисто хавает, он там же фоточку скинул там, молодая картошечка, мясо. Ой-ой-ой, ну Старбак уверенный такой, заряжается мотивацией, заряжается да. кайфом. Старбак со мной одного возраста, но он выглядит таким взрослым мужиком, знаешь. Старбак, я... э, что, сколько Старбаку лет? 25. Офигеть, я старше Старбака, я дед, нет. А тебе Фоги не скидывал превьюшки вот эти вот разные? Да, скидывал, я показывал, я просто не обратил внимания. Там Старбак, серьезный мужчина такой. Мне нравится, как Старбак такой чисто, ну фотка, знаешь, как это, как это, как... Как этот мимас свидетель. да, есть такое, есть такое, действительно. Ну, Инсапор был стиле. Не, ну Инсапор был такой, да, да. Ты где вообще его фотки, его татухи? Там как бы вообще рукав полностью и варкрафтерская тематика. Там Сильвана есть, э, Тиранда есть и так далее. Блин, ну, Инсапра живет по кайфу. Вот знаешь, я захожу да. на его стрим, и он такой, собирает там что-то 30 долларов на пиво и крылышки, знаешь. Просто сидит себе, кайфует, бахает пиво, там пиццу хавает, играет в Варкрафт. То есть, ну, получает от жизни удовольствие человек, так сказать. Да, да. О, плюс 10 долларов, спасибо большое. Малихит. Uh, Спасибо всем, ребятам. Спасибо. Прикольно собирать общие донаты, знаешь. О, все, они начинают. Все, Старобак. Все, давай тогда, да. Если что, после игры уже созвонимся. Еще раз пообсуждаем. Давай, давай. Так. Что вы распамились-то, блядь, этими лысыми, нахуй? Не понял. Это как так получилось? Я что-то не обратил внимания. У вас захлестнул лысый балдеж, так сказать. Так, а что, геймнейм мне скинут-то или нет? Что-то мне никто не скидывает геймнейм. Я больше никому не нужен, получается. Ну, ждем, ждем. А, они там карты. Карты чиркают. <Olivia> так, ну что музычку вернем, ребята. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. <'ve> Go? Так, минус full moon. От InSupra было минус кристал белоу. Но мне это ни о чем не говорит, я в картах не разбираюсь. у меня довольно много людей сегодня зафоловилось и продолжают фоловиться. Видимо, фанаты Warcraft приходят на мой канал. Спасибо вам за фоллов всем. О, он даже люди первых своих лысых чуваков скидывают. <laughs> Буквально первое сообщение человека это моя лысая голова. Интересно, интересно. <laughs> так, там пока что черкают. Черкают картишки. Черкают картон. А можно делать две ставки. Одна на общий исход, а вторая по картам. К сожалению, нельзя. Но я думал делать на общий исход. Но, как по мне кажется, на каждую карту поинтереснее. Ебать комбо. 112 лысых челов. Охуеть. Это жестко. Так, ребята, я не успеваю читать ваши сообщения из-за потока лысых чуваков, так что сори. Так, а можно делать две ставки? Это, это я уже ответил. По поводу этого я уже ответил. <coughs> Что-то долго они черкают карты. Смайл Бэт Твич ТВ, если есть время, ты купил смайлик? Сейчас зайду посмотрю. Пока вроде время есть. Мне, кстати, возможно, главную страницу, спасибо анониму за 2 доллара, Оформит. Так, а ну-ка, что за смайлик? Так, у меня загружается этот смайлик. Какая-то крыса. Смайлик xddd. Так, все, добавил. Добавил эту крысу. Спасибо за заказ смайлика. Дин -дин. Так, ну что, игра скоро начнется, дамы и господа. Готовьтесь, готовьтесь. Это кот, да не это крыса. Это крыса скорее чем кот. Дин -дин. Я вообще этот смайлик не вижу что-то, кстати. Ну и ладно. Опа, у Инсапра аниме на Ави. Это респект, конечно. Это кто вообще? Я даже не знал, что здесь кастомные аватарки можно ставить. Инсапр был кайфует, слушает аниме треки, хавает пиццу, пьет пиво, играет в Варкрафтик. Так, давайте сделаем еще раз представление игроков, дамы и господа. Итак, сейчас встречается... Inseparable! Дэм! Ой-ой-ой! Основная раса Undead! Годэм! Против него, дамы и господа... Игрок из Словении. Стоп! Бог. Годем. 25 лет, основная раса Орк. Ой-ой-ой. ой ну что? Ну что? Let's go, дамы и господа, игра началась. У Инсапра было выпадают люди, у Старбака выпадают андеды. Пишут ГЛХФ, ребятки друг другу. Так, счет 0-0, обнуляем. Ну что, поехали. Let's go, дамы и господа. Посмотрим, какие выпадут герои. Фаворит вроде как Старбак здесь. Но в матче с Фоги фаворит тоже был Фоги, как бы, но проиграл 3-0. Какая нравится у Старбака? Орк, но он часто играет на рандоме. То есть, э, у него Грандмастер на рандоме. Колбастер, как вы сами понимаете, это... Это довольно жестко. Это довольно жестко. Так, герои сейчас выйдут. Пошел на разведку... Акалитом Старбак. В это время отправляет на разведку пехотинца Инсаппербл. Пока что ребят начинают расстраиваться потихонечку. Занимаются здесь разведочкой. Одним словом, балдеют. Приятно проводят время. Кайфуют. Так. СФ-чик, ребята, инсаппорабл выпадает. Dead inside. Сразу же вызывает своего подсосика маленького, порождение лавы. Юзает ополченцем, начинает качаться. В это время Дредлорд, герой нежити, продает алтарь, будет играть одним героем. Старбак. Ребятки. Залетает здесь. Дредлордик Сразу же идет строить, видимо, вторую базу Не, не, просто, просто крепится пока что Пока что Пока что просто крепится Так, ну, вместе Опа, погремушка плети Выпадает Инсапрабулу 15% вампиризма Сразу же плюс наемник Иглогрив разведчик Получает, сейчас добивает этого крипа, получает второй уровень старбак тем временем. Строит сразу же вторую базу, ребята. Уверенно. Уверенно строит вторую базочку. Так, Инсапрабл идет. Идет на разведку. Понимает, что он сейчас сильнее, потому что у него призывачи плюс э, иглобрюх. Хотя, не факт, что он сильнее. Это еще нужно доказать. У Старбака здесь. Вурдалакин продолжает качаться Хочет третий уровень, видимо Просто, просто убил Вурдалака Просто убил Вурдалака был просто пришел на базу И ебашит Акалитов на, на приколе То есть, ну просто пришел С наемником, с пехотинцами Юзает э, задувочку Старбак Пожалуйста, минус один Акалит, да Четыре Акалита осталось очень уверенно здесь заходит был и просто щимит Старбак. Да, то есть вот скелет падает, отводит наемника, иглогривого разведчика. А калиты подходит. Экономика. Старбак сейчас не добывает деньги, в то время как Insapparable пацаны уверенно приносят лутик. Здесь скелет пытается немножко подхарасить. был возвращается очень сильно по руине в экономику. Как бы да снес, снес экономику, и, тем, более он еще больше уровня. Здесь 4 Акалита, заказывается 5 то есть не особо-то и поруинил, но тем не менее денег, как вы видите, у Инсапора было больше. Пришел уверенно, подхарасил Акалитиков, и продолжает Старбак здесь качаться. Так, очень сильно хочет забрать наемника, но нет, но нет. Так, Инсапор был нечем хилиться, у него, конечно, здесь есть свиток регенерации. Он его не использует, он просто, просто ходит. Ее заюзал пипеточку, ребят, зелье ясности. И все-таки заюзал свиток регенерации, чтобы пацанчики хилились. Вторая база тем временем у Старбака готова. Да, уже начинают здесь работать околиты. Заказывается еще один акалит И сюда идет Инсаппорбл. Будет пытаться отменить вторую базу. Кидает сон на СФа, пытается его окружить, но он блочит пехотинцами, не дает окружить. И все-таки окружает, да? Да, все-таки окружает инсапрабла и убивает его, потому что у него не было телепорта. Юзает задувку, третий уровень получает Старбак, у него две базы. СФчика жестко окружили, здесь он будет пытаться добить еще пехотинцев, которых он оставил, которые не могут уйти на ТП. Пишет Г, инсапрабл. Он даже не написал ГГ, он написал просто Г. И первая игра очень быстро уходит в Старбаку, ребята. Просто моментально. Моментально. Старбак забирает первую карту. Так, и кто победит на второй карте, дамы и господа? Инцапара был против Старбака. Так, срочно, срочно. Ребята, я обязан еще раз показать э -э, видос со Старбаком. Хотя, ладно, не буду его каждый раз показывать. Какой смысл? Буду показывать только в начале, когда представляю игроков. Пока все ставки проебал. А тут Старбак реально выглядит сильнее. На Инсапра было 17% только ставок. Инсапра был хочет быстрее начать игру. Он такой типа US East and Go. Возможно, сервер был неподходящий для Инсапра. Было, может, у него был высокий пинг. Инсапор был такой, пригорел немножко, как будто бы. Вандер Браун отвечает ему, ок. Так. А что, я не об... Я не обсервер? А где я? Ой. Сори. Сори. Я что-то сейчас бы играл бы со Старбаком. Неловко получилось. Меня кикнули? А, игра началась. Я подумал, что... Блин, у Старбака такой высокий рейтинг. 2500, 500. Он гранд мастер Он гранд-мастер, дамы и господа. Да, это жестко. Нежить выпадает инсапрабл. Его основная раса. Нежить у него мейн. Строит склеп первым. Ой-ой-ой, ребята. Склеп плюс... Ой, кладбище строится первым. Кладбище плюс склеп. Будет выходить финдов. Не будет играть в, в урдалаков, будет сразу же паучков. Так, и Орг основная раса Старбака выпадает. А, Обалдеть.com. То есть они будут играть на своих мейн-расах. Это будет жесткая зарубка, скорее всего. Старбаку тоже основа выпала. Так, счет надо поменять, ребята, у нас тут 1-0 в пользу Старбака. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, ну я чувствую балдежную каточку, ребята. Смотрите. Кабаныч. Ну это катка на 2 часа. Да не, в Варкрафте не бывает каток на 2 часа. Ресурсы быстрее заканчиваются. Тут же, ну, ресурсы могут закончиться. Блин, так много людей на меня сегодня фоловится новых. Ребята, если что, я здесь практически не играю в Warcraft. Поэтому, если вы вдруг фоловитесь только ради Варкрафта, то вам особо нечего ждать. Когда дропнешь свой плейлист. Когда там будет 100 треков. Так, ну что, какие будут геройчики? Давайте посмотрим. Саппор был видимо кстати забыл героя заказать <свят> <свят> ну бывает вот сейчас заказал забыл заказать геройчика с каждым бывает дамы и господа так тем временем выходит у старбака герой это горный король ребят Кинг. король mountain блейда бор камнилом очень сильный герой Кидает станчики жесткие. Может клепчик дать довольно много урона. Особенно если бы инсапор был играл бы в гулей, да, то он бы заходил бы в центр и взял бы этот самый клепчик. Но инсапор был играет в финдов. То есть такая уверенная у него стратка. Завозит себе на базу он... Э нейтралов, и сейчас у него выйдет герой Посмотрим, может ему сильно повезет И это будет ДК Или какой-то герой андедов жесткий И он сможет дать отпор Ой-ой-ой, это мул штормовое копыто, ребята. Тауренчик. Сразу же прокачивает ауру. Аура дает ему атаку и передвижение дополнительное. Герой довольно сильный. Клэп есть, кстати, и у Маунтин Кинга, и у Таурена. Хорошие герои обоих, да. Начинают качаться, выпадает сапог Человека-паука, туфли ловкости, инцапраблу. Uh, а тем временем цирклеточка выпадает Маунтин Кинг. Цирклеточка выглядит поприятнее здесь. Более хороший артефакт. Он продолжает качаться. Второй уровень получает Маунтин Кинг. Тем временем почти второй уровень получает... Второй уровень получает все-таки Таурен. Причем армия у него выглядит бодрее. У него уже три паука. И строится четвертый. То есть э, выпадает кольцо дополнительная защита, но ну, вроде бы все хуесосят кольцо, кстати, я не знаю почему. Дополнительная защита даже неплохо. Выпадает туфля ловкости, но, наверное, не лучший артефакт для Mountain Кинга Так, ну и продолжают качаться. Кстати, особо не разведывали друг друга, то есть не знают, не знают героев. Так, ну как вы думаете, ребята, кто возьмет карту? На мейн расе своей Старбак или на мейн расе своей Insaprable? Пока что герои сильные, в принципе, у обоих, действительно. Так, ребята, сейчас мы тут на денечек отстраним. Хотя, бля, я почитал его сообщение, у него буквально каждое сообщение. Это кабаны, какие-то пасты. Я думаю, тут, наверное... Ну ладно, пока денечек, но я запомнил его никнейм. Да. Так. Иногда вкинуть кабанчика можно, можно, но ну, прям спамить именно зачем. На карандаш взяли, да, да, да. Да, <laughs> да, да. -да. <laughs> Есть график по ресурсам. Так сверху видно ресурсы, дружище. Или ты имеешь в виду, кто сколько добывает ресурсов? Такого нет здесь. Так, забрал паука сейчас, кстати, Старбак. Станом завязал. Очень хороший клэп. Умрет ли еще один паук? Со свитком скорости пытается догнать паука. Паук умирает. Третий паук стан от Старбака. Забирает третьего паука. Тем временем падает Хэдхантер. Третий, третий уровень. Но у большего опыта у Кинга отходит он. Инсапра был есть еще один паучок. Но нет маны сейчас уже у Mountain Кинга. начинает просто наносить тычки автоатаками. Хороший клэп от Инсапра было. Юзается стан, забирает форсе... <coughs> пытается догнать еще одного хэдхантера. Здесь отходит, покупает наемника, разъяренный элементаль. И элементаль, возможно, перевернет это сражение. Отводит Старбак Бугая, Руб... Рубаку, Рубаку, прошу прощения. Но нет маны, нет маны. Это основная проблема сейчас. Но он пытается носить автоатаки, пытается забрать героя. Уйдет ли Инсапр был, да, инсапр был, уходит, скорее всего. Нет, возвращается камбэчная. Паука отводит, у паука довольно мало хп, пытается забрать Маунтин Кинга. Оба калены очень сильно. Будет ли мана на стан? Пытается догнать. Сколько стоит стан, чуваки? 75 или 100? Пытается догнать. Такое чувство, что хочет кинуть стан. Здесь отводится хедхантер. Ой привет, разбань ПЖ. Сейчас я занят, братан. Кидает стан, заберет ли героя. Очень мало хп, не юзает телепорт, видит, что стана больше нет. Там же запретка у тебя, по-моему. запретки мы не разбаниваем. Ну хотя, если ты хорошо себя вел и больше не будешь их писать. Ну ладно, давай разбаним. Давай разбаним. Но, пожалуйста, больше. Веди себя хорошо. Блин, пишет, что твоего ника не существует, чувак. Под которым ты задонатил. Так, очень много здесь пауков. 4, ладно, на самом деле не очень много. Так, ну вроде немножко подрались, да, лимиты 26 на 30. Как бы... Продолжает качаться. Ой-ой-ой, ребята, кипер вторым героем у Старбака. Ну, конечно, герой у Старбака выглядит очень впечатляюще. Строит Старбак вторую базу. Заказывает второго героя. Тем временем... был, Посмотрим, какой у него будет второй герой. Это очень важно. И... Так, вторая база строится. Вторая база строится. Инсапрал продолжает качаться, видит его старбак. Прокачал корни первым уровнем, пытается забрать паука. Блин, корни плюс молот — это очень сильная связка для того, чтобы соло-таргет забирать юнитов. Забирает паука, нечем хилить. Лич, кстати, выпадает вторым героем. Лич очень сильный герой, нежити. Против хедхантеров особенно. Может закидывать очень сильные новые, нанося огромное количество дэмэджа. И ГГ, пишет был увидел героев. Какой-то нестойкий был Мне кажется, можно было бы еще поиграть. И это 2-0. И это 2-0. Так, будет ли камбэчная, ребята? Старбак здесь побеждает. Так, третья карта, ребята. Ставочка пошла. Будет ли камбэчная Инсапора была? Как вы думаете? Или это все-таки 3-0, и финал Крафт Старбак? Все на Старбак. Инсап морально уже отлетел. Возможно, возможно. Он действительно быстровато сдался, как будто бы. Хотя, кто знает, кто знает. Возможно, возможно, это его план, так сказать. Так, карта. Шейд Эксайл. Спасет только дикий затуп от Старбака. Но зависит все еще от героев, ребята. Здесь как бы... Блин, но за этими играми интереснее, конечно, наблюдать. Так, ну что, ребята, возможно, финальная карта. Возможно, все-таки был даст. Камбэк. Посмотрим. Нежить выпадает был опять его основная раса. И опять орки выпадают Старбаку, тоже его мейн-раса. Но посмотрим, возможно, в этот раз все будет иначе для было Возможно, в этот раз был соберется и даст мощь, так сказать. И надеюсь, он не забудет в этот раз заказать героя. Опять юзает, кстати, склеп первым. Это означает, что опять будет идти финдов, не будет клепать мазгулей. Ну, пока, конечно, Старбак выглядит увереннее, действительно. Главный вопрос, на кого в финале стоит, на Старбака или Крау? Подождите, а если Инсапра был будет в финале? Инсапра был еще не проиграл. Сейчас камбэчная будет. Сейчас камбэчная будет, ребята. Верни текстовые лейблы раз, непонятно, что нарисовано. Нехуй делать. Держи. Ему три подряд надо выиграть. Ну ничего, ничего, он справится. А вдруг? Сейчас посмотрим, закажет ли сразу героя после Зекурата или забудет. Это решающее. Итак, Зекурат достраивается. Будет ли сразу герой? Заказал сразу героя, ребята. Он на плюс морали, все нормально. Он на плюс морали, все хорошо. Герой уже выходит у Старбака. У Инсапра был поздний герой, потому что он начинал с кладбища. Из-за этого... Ой-ой-ой, блядь! Это форсир. Это форсир. Сильнейший герой за орков. Да, ребята. Дела у Инсапра было не очень. Форсир это очень сильный герой. Если он сейчас еще пойдет в хедхантеров, а он идет в хедхантеров, судя по лесопилочке, то это буквально метовый билд у Старбака. Да, ребята. Ну, сейчас посмотрим. А вдруг у Инсапора было ДК сейчас первым героем? Вот это будет зарубочка, да? Дровка. Ну, кстати. А не вечная песня. Дровка, ну, не такая сильная, как ДК, но, в принципе... Опять же, если... Дровка неплохой герой. Можно, можно там Сайленс накинуть. Пососать хп-шечку. Попризывать дополнительных скелетов, как бы. Дровку зовут Аня вечная песень, в то время как у форсирчика никнейм Бейл мрачный взгляд. Ну что, Бейл или Аня, дамы и господа, кто затащит? Убил курицу, инсапр был. Сейчас воскресит с нее скелетов, начинает жестко фармиться, промахнулся, еще раз промахнулся, два раза подряд. Так, ну инсапр такой, конечно. Не очень приятная как бы суета здесь происходит. Так и идет старбак харасит пробол второй уровень получает Нисапрбол. Приходит старбак, видит Нисапрбол Фарсира, скорее всего расстроился. Наносит по паукам урон, молния, скелеты рассыпались. Да, ребята, интересно. Побеждает Старбак. Как-то Инсуппербл очень быстро сдался. Мог бы еще поиграть, что-то он прям вообще не. Так, сейчас позвоним Вандеру, спросим. Спросим его мнение по этому поводу. За полчаса 3-0 проиграл. Это же вообще жесть. Я думал, сегодня часов 5 буду комментить. Сейчас, если и третье, если финал будет 3-0, то тогда вообще непонятно, что делать. Через сколько финал? Да сейчас уже будет скоро. Алло, меня слышно? Да, слышно. Что, ну что самое это быстрая было? Дуэль на Диком Западе. А почему он ливнул в третьей карте? Ну, это то, что мы обсуждали эмоционально очень. Товарищ, ну там форсир, а у него темная охотница. Ну понятно, ну блин. Ну он мог как бы мог. просто. Ну, вот вот нет, нет, нет амбиций. Помнишь, что мы обсуждали? Нет амбиций у человека, нет борьбы. Mm -hmm. Просто психанул такой сказал: Я уже просто, я просто ну, в свое время очень много смотрел стримы, я просто это представляю. Он такой fuck it. И, типа, пошел дальше играть. Mm, типа, увидел ну, Форсира. Ну, ну да, там, Мейн да. Раса плюс Форсир. Но все равно можно было бы поиграть. Да, он и вторую тоже мог поиграть, на самом-то деле, мне кажется. Я То согласен. Есть... Я согласен. Ну, ты эмоциональный человек. Просто вот взорвался эмоционально. Я понял. Мне, кстати, не круто. Мне сегодня уже 5 человек на стриме написало, где скачать Warcraft, чтобы играть с другими игроками. Это... Мимас, вирусом распространяется на твой канал. Да. Warcraft купить надо, ребята, в Battle.net. Да, но если вы хотите играть, без шуток, если вы хотите играть просто на актуальной версии с актуальным балансом, который отличается от того, что было 10 лет назад, то это только Warcraft надо купить. На пиратке старый баланс только будет. Это понятно, скачать где? Ой, ну как-то вообще очень... За полчаса он проиграл 3-0, за полчаса. Это вообще как? Ну, не знаю, 11 утра у чувака. Он типа такой проснулся, бахнул, не знаю, виски, поел Макдональдса, пошел играть, проиграл, идет работать дальше. Я это так представляю. Ну, блин, жаль, жаль, что так быстро. Но ну, я думаю, финал будет жесткий. То есть и выиграл, выиграл 3-0, и Ты Старбак что? выиграл 3-0. Да. То есть тут, э, надеюсь, 2-2 хотя бы, да, и финальная заруба жесткая. Да. Нет, там, там и... да, это Best of 7, то есть до 4 побед играют. Ой-ой-ой, не, ну это жестко. До четырех побед это люто, конечно. Тогда надо 3-3. 3-3 mm -hmm. и финальный замес. Крафт сол. Ну, сейчас мы еще представление игроков покажем вам, ребят. У нас тут уже сформировались любимчики. Mm -hmm. Так, а что, ну ждать, ждать надо будет или нет? Или сразу начинать? Ну, они прямо сейчас выбирают карты. Как mm -hmm. бы. Ну, короче, 5 mm -hmm. минут где-то. 5 минут и mm -hmm. будет стартовать. Mm -hmm. Я понял. Не, ну, конечно, да, Инсапор был что-то прям быстро очень сдался. Ну, обидно, да. Ну, я, я просто, типа, я не Но, удивлен. Да, смотри, потому, он, вот у я... него дровка. Заказывает он второго героя, там ДК. Ну, дровка ДК, уже все, пошел под ну, хилкой, ламит. просто, там. ну, вот, ну, взорвался эмоционально. Знаешь, есть такие люди, которые вот просто, ну, типа, такие, ну, в жопу. Fuck it. И пошел дальше. Понятно. Как бы, знаешь, таких людей на самом деле в Варкрафте достаточно много. То есть многие сдаются стрим. при первой Был же проблеме спам на спам соревновательной 0, сцене. Пару кабанов, угу. глянь выше. Там Потому что хорошо. слишком многие зациклены сними. на каком-то идеальном исполнении или идеальной стрима. игре, то есть и так далее. Блин, ну не знаю, 400 баксов на кону, я бы поиграл. Ну я не знаю, это Варкрафтер, я сам их не понимаю. Потому что у меня есть чем сравнивать. То есть я занимался другими играми тоже. Я очень плотно занимался Age of Empires в свое время. И я знаю, как люди могут бороться за каждый доллар за каждую карту. А в Варкрафте вот ну вот такое вот, 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 вот распиздяйство это распространенное явление. Понятно, понятно. Не, ну думаю, Крафт со старбаком будет мощно Почему-то у меня такое предположение. Не, ребята очень сильные, при этом как бы любят до конца гейминг играть. То есть они не такие эмоциональные. Старбак профессиональный. Ну, да, они игрок, даже Warcraft, знаешь, они даже, они даже выглядят так, как будто вот они морально готовы топить до конца реально. Ну да. Ребята сильные, ребята хорошие, то есть и на больших турнирах играли, и принимали участие. Крафт вообще очень прикольный. Я в одно время, ну не то что фанател, но прям мне очень сильно он импонировал. Он и сейчас мне импонирует, он просто немного из инфополя выпал, но Крафт угу. прям крутой. То есть ты, наверное, в Твиттере не сидишь вообще, да, глобально? Ну, ну вообще да, но у меня есть Твиттер, я захожу там иногда что-то почитать, но Краф... так глобально нет. Прям, ну, в свое время сильно запаривался. И он, типа, многие мемасы там делал, прикольчики. То есть, все знают, что он мега дружелюбный, прям добрый чувак, но при mm -hmm. этом он, как бы, по-доброму булит всех. Я не знаю. То есть, типа, пишет, ну, я чат, тебя разорву чат. и так далее. Да -да -да. Как чат, я думаю. Ну, типа того, да, то есть и так далее. Ну, то есть, вот такие прикольчики, всякие, шутки и так далее. Очень позитивный чувак, очень яркий чувак. Еще прикольно, когда он смог попасть на dreamhack, последнюю просто очередь. Это dreamhack, который полгода назад был за 150 тысяч долларов, там при свой фонд был. В Warcraft? Ого. Это прям финальный турнир DreamHack'а был. Ну, такой дружище, нам там 400 долларов закинули. Я думаю, нужно обратить на это внимание. Мистер Буйный, это я думаю, это спонсор, да, турнира, насколько я понимаю. Это спонсор, спасибо ему огромное. Спасибо большое за эту огромную да. сумму. Да, да, спасибо. Действительно, очень сильно поддерживает многих. Поэтому спасибо огромное ему. Огромный респект. Да, 6800. 6800. Ну, да. надо за финалы минимум 200 долларов дожать, чтобы красивая цифра была. Как бы. 7000, тысяч, да. Ну, да, если да, что, да. В любом случае, дофига. Я, я, я рассчитываю, если что, на меньшее, я не знаю. Да я тоже думал, что будет меньше, если честно. Ну, как бы, очень много также твоя аудитория помогла, так что спасибо огромное. Варкрафтеров тоже, ну, как бы, я вижу много знакомых никнеймов, но твоя аудитория тоже очень сильно вовлеклась, поэтому спасибо, ребят, еще раз. Да, это балдеж, действительно. Вообще классно комментировать Warcraft, мне нравится, но, ну да, но, это норм. но не 7 часов, знаешь, типа вот я реально представляю, каково тебе, знаешь, когда какие-то длинные затяжные турниры, я представляю, ну я раньше не понимал, но сейчас реально понимаешь, насколько это может быть сложно, когда особенно игры уже так приелись немножко, да, и они однокалиточные, то это прям сильно может выматывать. Но когда игры интересные, то комментировать балдежно, ну, конечно. Ну, тут, типа, ты просто привыкаешь. Я сейчас от этого отвык, раньше у меня там восьмичасовые комментаторские эфиры, это была норма, но вообще да, mm. да, безусловно, просто это тяжело, это то же самое, что играть тяжело. Это как, типа, ну, я просто регулярно сталкиваюсь с этой ситуацией, что игроки, зрители там критикуют игроков Потому что им кажется, что они как-то слишком Ой, плохо да, играют. Та, я сам таким же был. До того, как начать играть в Warcraft, да. я, дум, я думал, типа, блин, ну как это тут какой-то чувак, он просто стоит, ничего не делает. Ну, ну, знаешь, просто там завтыкал немного. Но когда ты mm -hmm. сам играешь, это просто невозможно. То да. есть следить одновременно за золотом, все строить, да, там новых. Следить за, за сражением при этом, там, ну, это, отводить, это как бы... В принципе, теорию выучить там несложно, да, там билд основные, что строить и так далее. Но это настолько не помогает, настолько нужна практика, чтобы побеждать, что прям вообще. Даже с практикой просто, ну, как бы очень легко забыть какой-то важный момент. Mm -hmm. И все. Ну, вот, например, все как Инсапор был на второй карте, забыл героя начать строить. Да. Да. Если что, как бы создал. Uh -huh. А там ты создаешь, да? Ну, у меня просили, я ничего игроки не хотят. <связываю> напрягли, напрягли <связываю> комментаторов. Так, надо, я постоянно забываю в обсервера зайти. <связываю> 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 так, давай. А я ставочку сделал, чат? А, нет, не сделал. Давай сейчас сделаем. Так, это ну, Best целом, of 7, да? Да. Старпак тут выглядит фаворитом, глобально говоря, но крафт тоже хороший, может. Вполне может, так что... Ну, блин, тут, Крафт 3-0 типа... фоги выиграл, это вообще... Ну, там повезло, но на третьей карте он хорошо сыграл. Ну, короче, Крафт могет, Крафт могет, но Старбак, кажется, стабильней. Но... Рандомные герои. Ну да. Но Крафт хорош, Крафт сильнейший игрок Франции, во Франции дофига игроков, Крафт играл на Дримхаке. Э -э и прям на Дримхаке прикруто играл, как... отжал карту сильнейшего орка планеты, это прям эмоциональный момент был и так далее, так, так что... Ну ладно, mm -hmm. все. Все, давай, давай тогда. тогда, да. Я сейчас тоже представление бахну. Так, ставочка, кстати, на экране что-то не отобразилось, ребят, но я ее уже запустил, да, там ставка идет, ставьте. Так, сейчас мы сделаем небольшое представление игроков. Итак, финал турнира, дамы и господа, Крав против Старбака. Чат разделился, ставочки 50 на 50. Очень лютая игра будет. Так, вот он, Краф. Франция, Андет, основная раса, 29 лет. И против него в финале очень сильный игрок из Словении. Старбак. 25 лет, основная раса орки. Ой-ой-ой. Они даже чем-то похожи немного, мне кажется. Так, ну что, подрубаем узончик. И поехали, дамы и господа. Так, Старбаку... Так, сейчас на счет еще обновить. Тут 0-0. Старбаку выпадают эльфы. И Крау выпадает нежить. Эльфы очень сильны в АТРе, да, то есть волза рандом. Колодцами можно хилить героев, балдеть. Это как бы жестко. Это как бы очень сильно, ребята. Все зависит от героев. Ну и, конечно, от силы игроков. Да, это финал. Это финал, дамы и господа. Best of 7. До 4 побед. Так что игра может развернуться как угодно. Как угодно <laughs> Так, ну что, пошел Пошел разведывать спом Старбак Здесь, кстати, Крав тоже смотрит, что да как Своим околитиком Крипится бараком Смотрим, ребят, сейчас будут выходить герои Здесь, кстати, Крав никак Инсапр был играет То есть он не строит первым кладбище, не выходит в фас Он стандарт играет нынешний, да, то есть Форсир! Эльф и форсир, ребят. У Старбака просто невероятный лак. Кадир, темный глаз. Выпадает форсир за эльфов. Я думаю. Нет, я беру свои слова обратно, ребята. Я беру свои слова обратно. XD рофл, пишет Старбак плюс краф. Потому что ДК первым героем выпадает за нежить. Это более сильно. Это просто XD слэш-рофл. Сразу же два черепа берет. Будет стравить вторую базу. Краф. Лорд Светолов. На ДК очень сильный герой, буквально супер метовый. Смотрите, кстати, земля проклятая, красная на этой карте, а не стандартная. Я сейчас на это обратил внимание. Строится Зикурат, готовится вторая база. Здесь тоже идет висп. Возможно, будет делать вторую базу Старбак. На этом прекрасном грибном месте. И, ой, чувствую, финал будет интересно, ребята. Не знаю, что-то у меня такое предчувствие, прям что. Финал будет мощнецкий. Так, второй уровень получает Старбак. Немножко не хватает Крау. Сейчас будет забирать здесь крипов. База, кстати, не отменяют, да, то есть спокойно. Артефакты неплохие, боевые когти, плюс плащ теней. Смотрите, кстати, обратите внимание, что Герой орков, но он играет за эм, эльфов, ему выпадает плащ тени. То есть можно сказать, что у него герой стал эльфом, потому что он тоже может прятаться в тени теперь, как основные юниты эльфов. Так, и идет, идет на базу Крава Старбак, будет харасить Форсиром. Да, это финал, это финал, ребята. Нет, финал не Best of 3, финал Best of 7. Ну, не Best of 5, а Best of 7. То есть до 4 побед, короче. Так, сразу же пошел Молния на Акалитов. Начинает харасить, э, руинить экономику Краву. Крав не добывает... Хотя он добывает золото. Он э, на гигачат похуй скеле стоит. Просто фармит себе. Не отводит трех Акалитов. Э, начинает прокачивать Нерубку. Нерубка будет сильно мешать. Довольно много здесь гулей. Принесли они дерево. Очень, кстати, много гулей, действительно. Так, пока ой, что, ой, кстати, ой, алтарь ой, не ой, строит. Ой. А здесь уже Древо Жизни строится. То есть вторая база скоро будет готова. Очень много гулей, ребята. Просто огромное количество гулей. Опа, окружить, окружить! Мог бы сейчас легко забрать охотницу, кстати, краф, но не заметил. Был сконцентрирован на своем пробеге. Мог бы окружить охотницу спокойно. Так, а тем временем Старбак продолжает харасить Акалитов на базе своего оппонента. Убивает одного Акалита. Второе калит пытается сбежать. Четыре их осталось. Охотница добивает все-таки колитика. Остается три Калита Новых заказывает Краф. И тем временем Краф просто забил на то, что его базу атакует, И начал атаковать базу противника. Пытается забрать колодец. Успеет ли? Виспы очень сильно пытаются регенить колодец. Чуть-чуть остается, чтобы его забрать. И колодец падает колодец падает. Виспов развеял, забрал ману у... А, забрал ману у ДК, убил скелетов виспом, строит еще один лунный колодец. Пытается окружить, окружает охотницу. Окружает охотницу, ребята. Пошла просветка, чтобы охотница не ушла в инвиз. Убивает охотницу, получает третий уровень старбак. Пытается догнать здесь э, Гуля, но Гуль убегает. И потихонечку крафт отходит. Пока что Старбак получает третий левел. То есть выглядит более уверенно. Здесь все еще не достроился э, рудник, в то время как дерево уже оплетает. Здесь, на дополнительной базе Старбака. Так, мешают, кстати, крипы здесь. Добили скелета крава. Крипы работают на Старбака. Так. Ну, Крав здесь не планирует проигрывать, потому что у него ДК, он уверен в своих силах. ДК за это очень мощно. Почему трек с дрифтера не добавил? Я не успел стачек добавить трек треки, надо будет добавить. Так, окружает ДК, нет телепорта, ДК здесь умирает, ребята. Нет телепорта, окружили, грибами поджали, и ДК здесь умирает. Окружили, окружили. Идет в таверну, будет выкупать ДК. Нет, возвращается, все-таки, видимо, закажет его в алтаре. Очень много охотниц у Старбака. Такой у него бил через охотниц, довольно интересный. Да, обычно метово там медведи плюс э, дрядки, дриадки, а тут охотницев очень много. Он продолжает качаться. В это время пришел одной лучницей и наносит урон по зекурату. То есть контролирует ситуацию, видит, что нет рудника. А тем временем уже рудник Старбака добывает ему золото. То есть экономически Старбак выигрывает. Да и уровнем тоже у него практически четвертый уровень, в то время как у Крава нет даже третьего. Четвертый уровень получает Старбак. Жезл похищения маны, плащ теней, боевые когти. В то время как перчатки только из артефактов у Лорда Светолова, у ДК. Да, довольно много охотниц. Покупает еще, кстати, нейтрального юнита метателя Слизи. Так, заказал здесь нерубку. Будет отгонять лучницу здесь Краф. И лучница отходит. Возвращается на базу крафт. Второго героя не заказывает. Продал просветку, видимо. Купил себе посох, убил жабу. Сейчас с этой жабы поднимет скелетов и продолжит игру. Поднимает всех своих гулей с дерева. Так, почему пинг был на базу? Не знаю. Так, продолжает. Продолжает кач. Фига из жабы два скелета вылезло. Ну, так все серьезно, ребята. И ГГ пишет крафт. Как-то вообще они так неожиданно ГГ пишут, я вообще э, не, не понимаю. Вроде игра идет, вроде все в порядке. Так, и Старбак забирает первую игру, дамы и господа. Итак, ли камбэк. Краф. Погнал, ставка на вторую карту. О, кто-то скинул 30 долларов. Кто этот красавчик? Алексей Бондаренко. Спасибо огромное за 30 долларов. Пишет финал. Let's go. Спасибо огромное, дружище, за поддержку. Спасибо большое. Он гулял, слышал. <în universities> Понимаю. Так, Старбак спросил, 4 ли здесь вина? То есть он планирует взять 4-0, видимо. Думаю, он планирует доминировать, дамы и господа. Но я думаю, Крафт так просто не отдаст ему победу. Будет ли камбэчная открава? Вот это вопрос. Вот это questions. Откуда тогда шансы украл, если он своей расы плюс ДК не выиграл? Не знаю, друг. Не знаю. Не повезло. Его там зажали. Он продал телепорт. У него вторая база не успела построиться. Плюс очень сильный форсир в начале, да, как бы. И плюс охотницы против гулей. Охотницы контрят гулей. А краф не начал строить, почему-то финдов. То есть тут такая тема не очень понятная. Ну ладно. Рейтинг больше у Старбака. Он э, грандмастер на рандоме. Так, орки выпадают Старбаку, то есть его мейн-раса. И эльфы выпадают Краву. Эльфы на АТР, я считаю, самая сильная раса. Ну и вообще много кто так считает. Так что если герой будет хороший, то у Крава есть все шансы победить. А, счет надо поменять. Прошу прощения, ребята, сейчас. Так, есть. До четырех побед играем, ребята. Да, видел, что Стас побрился. 2-0 в пользу Старбака, пиши. Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим. Посмотрим, ребята, что там будет Ну, думаю, вряд ли будет 2-0, если честно Ну, вообще, я думаю, вряд ли будет 4-0 Типа, я думаю, что здесь будет Замесик.ком Если вы понимаете, о чем я Будет 4-0 Ну, посмотрим Вообще Так, ну что, герои скоро будут выходить. Очень интересно, какие герои выпадут. Если Starbucks сейчас сольется, то рот вашего казино топтал. Ребята, ну это киберспорт. Здесь все что угодно может быть, сами понимаете. Это сайберспорт, как бы тут. Разные вещи могут происходить, так сказать. Тинкер у Крава и Mountain Кинг у Старбака. Интересно, интересно. Сейчас заводики будет делать Тинкер. Хороший может быть такой подпуш Но Маунтин Кинг выглядит сильно. Но опять же, орки, Маунтин Кинг, эльфы Тинкер. Начинают качаться, ребятки. Пошел крипинг с бараком. Более быстрый. Схавал елку. Балдеет. Добил деревом. Или мне показалось? Просто, насколько я понимаю, если добивать деревом, то опыт не получишь. Так, выпадает погремушка плети. 15% вампиризма. Не-не, деревом вроде нельзя добива добивать, ребята, если я не, не ошибаюсь. Так, погнали, хедхантеры. Блин, только хедхантеров играют все за орду. Так, у нас тут Торгас, Большая Секира и раца Парасмас. Ой-ой-ой, ребята. Парасмас это жестко, я думаю. Геймин Папича играет Геймин Папича это Вика Вот это вот тема А это так Приколы с нацом так, ну пошли рубаки, хедхантеры, такой стандарт орков. Что у нас у эльфа? Качается в Т2. Сейчас посмотрим, поставит ли Хантерс Холл. Должен сейчас уже ставить Хантерс Холл. Пока не ставит, кстати. На половине апгрейдов Т2 обычно ставится Хантерс Холл. И потом уже решается. Да? Если быстрый выход в Медведя, то сразу же берется Т3. Там строятся две лорницы вот этих вот. <свистит> Так, и пошел здесь забирать Старбак второй уровень. Выпадает венец, хороший артефакт. И строится, строится дом охотников. То есть будет выходить, возможно, в медведей. Но и купил наемников, кстати. Морской великан плюс э, Макрура Волномут. Жесть Макрура, Макрура Волномут прикольно выглядит. Посмотрите на него. Он реально волномут. <свист> Он реально волномут, чуваки. Он жесткий волномут. <свист> <Стур> так, сюда, сюда, ребята. Прокачечка. Пошла база. Дополнительная у Старбака. Блин, Старбак так любит строить дополнительную базу. Я вот обращаю внимание, он практически... Он практически в каждой своей игре практически в каждой, строит э, дополнительную базу. То есть э, он ну, как будто бы что-то знает. да, То есть практически в каждой своей игре он э, начинает строить дополнительную базу. Так, убивает здесь наемника. Как я и говорил, строит две лорницы. Блин, я, по-моему, по -моему, чуть начинаю понимать Warcraft, ребята. Ну так, очень слегка. <кхем> Тин -тин. A player's forces are under attack. Опа, лодка что, а, ш... а что делает лодка? Я первый раз в жизни вижу лодку в Варкрафте. Он просто приплыл на лодке вверх. И что дальше? Так, Висп здесь пришел. Кстати, Дредлорд второй, э, второй герой. Не Рот его зовут, кстати. Так, Тинкер здесь сражается против Маунтин-Кинга. Э, Забирает здесь лучницу, кстати. Что он делает на этой лодке, ребят? Неужели он купит еще лодку? Он будет делать флот. Он благодаря этой лодке поставил лес. Туда только по воде можно. А а Ааа! Он типа взял Смотрите! Я только сейчас это понял. То есть, получается, он взял лодку вот здесь. Посадил туда батрака. И поставил здесь базу, короче. И этого не видит краф. Вау! Блин, ему бы, знаете, что еще сделать прикольно было бы? Ему бы эту лодку уничтожить. Чтобы доказательств не было, что он э, строит э, дополнительно вот эту вот тему. Блин, как круто. Балдеж. Так, четвертый уровень получает крафт тем временем. Но у Старбака дополнительная база. Так, Тинкер здесь мутит приколы. Ставит свою тоже базу Крафт, но не в таком, конечно, элегантном месте. Он сейчас может третий экспанд поставить вообще, то есть, да, где-то вот здесь, например. И, скорее всего, Старбак будет думать, что это... Вернее, Крафт будет думать, что это его второй, как бы... Его вторая база. Так, опять покупает крафт наемников Больше героев, кстати, он не берет Играет чисто соло Тинкера Что дают заводы Тинкера С заводов Тинкера выходит э, малютка Вот такая вот Заводной гоблин Ну и, соответственно, поебалу накидывает 12-14 урона Все, спалился Очень удобно вначале, например, поставить завод Накинуть э, э, На лагерь крипов И все Так, задувочка от Дредлорда Не рота но не убивает здесь, кстати, Тинкера. Так, ой-ой-ой. Вау! -ой -ой. вы видели? Задоджил молот э, этим самым э, зелем неуязвимости. То есть, с него кинули молот. Он бы умирал бы, скорее всего. Но в последнюю секунду успел прожать зелень неуязвимости Крафф. И, соответственно, спас своего героя. Ха! блин, круто. Ой-ой-ой. Так, ну здесь база работает, кстати. База работает. Приносит дополнительные деньги. Так, Крафт играет через наемников. Пошел тут тролль. Войд. Безликий насмешник. Блин, ну слушайте, за такими играми наблюдать одно удовольствие, если честно. Так, Опа, вся его армия в лодке, ребята. Ой-ой-ой. Неужели... Он будет строить еще одну базу, но у него нет здесь рабочего. Так, но ну он пришел здесь закрепить. А чего он рабочего не взял? Построил бы еще одну базу. А это что? Какой-то корабль, дредноут орды. Строй. А, у него был в кармане. Он в магазине купил базу. Я забыл, что орки так умеют. Он в магазине купил базу. Блять. Он, короче, в магазине купил маленький лагерь вождей. И это еще одна база. То есть у него уже три базы. Он чисто воспользовался функционалом этой карты, в то время как у Крава только одна база здесь. Ой-ой-ой, жесть. Но он молодец, что, блин, я, я, интересно, у них в Мапуле есть карта с подземельем вот эта вот. Интересно, будет ли использовать ее преимущество Старбак. И самое крутое, что Крав наверное даже не подозревает, что у него три базы. Вы просто представьте ебало Крава, когда он реплеи будет смотреть. Вы просто представьте его, он сидит и. Блин, у него было три базы. Это, это как? Просто очень сильная экономика. Возможно, Крав не понимает, откуда, откуда сейчас у него ресурсы на дополнительных юнитов, так сказать. Возможно, Крав ну, не, не понимает, что происходит. Ой-ой-ой, пошел, пошел харас. Крафт думает, блин, ну я крут. Я кидаю ракеты здесь. Разъебываю его батраков. Но вот эта вот малюточка. Он здесь землянку строит. Блин, надо сделать из этих баз мейн базы. Так, Старбак приходит сюда со своей гидрой. Сон юзается на Тинкера. И Тинкер уходит. Блин, так интересно. Наверное, Крафт думает, что он выигрывает здесь. Но эти базы, они сыграют с ним, я думаю, злую шутку. Опа, Огрма Крава. Очень много наемников у Крава здесь. И насмешники. Тролль дает ауру меткости. Так, если апгрейд, да, медведей пока что еще нету апгрейда. Но сейчас скоро будет, я думаю. Подожди, а где его лорница? А, вот нечто, я не обратил. Да, вот как раз качает апгрейд на медведей. Так, видит здесь вард. Кстати, прочекал, прочекал вард. Интересная такая армия наемников здесь. Ну, дополнительная аура есть, усиление брони. То есть, уверенно-уверенно здесь все это дело происходит. Ну, земляночки строит, балдеет. Здесь даже оставил одного берсерка. Дерево начинает добывать, кстати. Здесь еще и дерево есть. На самом-то деле, вот эти штуки с лодками уникальны очень сильно. То есть, ну, представьте себе... Что ему сейчас нужно купить лодку, краву и на лодке сюда свою базу пригнать? А можно дирижабль купить на этой карте или нет? А вот есть э, вот эта штука. Подожди. А там писали, что можно только на лодке туда попасть. А разве на дирижабле нельзя? То есть если купить нет. дирижабль и на дирижабле прилететь? Можно. Угу. Du -du 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 -du. Так, ну что, подхилыч здесь. Вард уничтожили. Угу. Тогда и на дирижабле можно. Было бы прикольно, кстати, если бы можно было только на лодке. Тогда пришлось бы на лодках прикатывать, как бы. Но лодка дешевле, наверное, чем дирижабль стоит. Так, ну что, начинается замес. Сон сразу же на Тинкера будет себя атакой по себе же. Еще один сон. Очень много нейтральных крипов здесь. Хорошие ракетки. Пошел стан. Тинкер с арбой получает шестой уровень. Юзает ульт. Становится танком. Ой-ой-ой. Пошел, пошел. Ракетки усиленные. Начинает разваливать. Довольно мало хп, но у него есть еще зелень уязвимости. Здесь на Старбаке висит свиток защиты дополнительный. Гидра здесь. Медведи юзает рев. И здесь уходит на ТП Старбак. И Крав подходит, ребята. Начинает стан по медведю. Медведя не забирает. Хорошие ракетки. Очень мало хп у Тинкера, но есть зелень уязвимости. Есть телепорт. То есть он здесь не умрет 100%. Начинает Крав уничтожать базу Старбака. Мне кажется, Краф понял на самом-то деле, что у него здесь дополнительная база Потому что как-то бедновато выглядит основная база Старбака Задувочка от Дредлорда Очень мало ХП у Тинкера, но Тинкер с седьмого левела, ребята Зелень уязвимости пока не юзает Забирает Дредлорда Краф И начинает вместе с нейтральными крипами уничтожать базу Старбак. Как будет действовать Старбак? У него довольно много ресурсов за счет двух дополнительных баз. Так что я думаю, это не конец. Так, приходит крав еще с дополнительными нейтральными крипами. Их очень много. Пятый уровень Mountain King. Есть, кстати, шлем доблести, плюс к силе и кловкости. И Тинкер умирает, кстати. Подождите, а он может в этом танке не может прожать. Uh... Зелень уязвимости А че он не нажал зелень уязвимости? Он в ульте может зелень уязвимости нажать или нет? Я просто, ну, новичок в Варкрафте, ребята Че он не прожал ни ТП, ни зелень уязвимости? Очень интересно Тингер седьмого уровня, он очень дорого стоит в таверне Очень дорого Крав уже подошел его выкупить Вон там, наверное, косарь стоит вообще, да? То есть тинкер седьмого левела, очень много. Но выкупает за все деньги практически тинкера. Да выебывался просто, понял, понял. Но тут пока еще ничего не понятно, да? То есть Старбак двумя базами фармит. Тинкер возвращается, здесь э, э, тролль. Саура и кстати. 800 с копейками. Ну да, очень дорого стоит выкупить героя седьмого уровня. Но это понятно, как бы. Так, покупает пилюльку, и Зайд дополнительную ману получает. Приходит здесь нейтралами, сносит основную базу Старбака. Старбак не сдается, кстати. У него есть две дополнительные базы, на которых пока особо ничего не происходит. А где герой Старбака? А вот он, вот он здесь. Так, потерял свой мейн. Вот эта игра! Вот эта игра, ребята. Даже с потерянной базой Старбак не планирует сдаваться. Ой, Стан пошел от морского. Так, он сказал, что ебаный корабль забаговал его. И удалил всех на его базе, типа. Или что? Короче, он, видимо, высадил э, на корабле своих челов. И они как-то залагали и исчезли, короче. И это один-один, ребята. И это 1-1. Там какая-то суета с кораблем произошла. И поэтому. Поэтому да. Так, ну что, это победа Крава, ребята. 1-1. Армия пропала. Я понял, я понял. Ну, не повезло. Как-то такой момент пропустил. Ну, я не опытный комментатор, ребята. Простите, что пропустил. Постараюсь не пропускать такие вещи. Надо будет Вандера спросить, как там пропали его юниты в корабле. Найс nice, Рофлатурик? Так это и есть Рофлатурик. Здесь рандомные герои, рандомные расы. Ребята приятно проводят время. И плюс мы занимаемся полезным делом. Собрали уже практически 7 тысяч долларов. Вот еще, кстати, 20 долларов Smart смаркетч. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так, ну что. Третья карта, дамы и господа. Счет 1-1. Играем до 4 побед. Нежить выпадает Краву. И орки выпадают Старбаку. То есть их основные расы, насколько я понимаю, да? Будет интересно, дамы и господа. Карта Shattered Exile. Ждем героев. Ждем героев. Аллоин 20к на Старбак. Здесь нет кораблей. <laughs> <laughs> ну зря, зря вы недооцениваете Крава. Мне кажется, он может, может побеждать. Он 3-0 выиграл Фоги. Но опять же, Вандер сказал, что... Повезло просто. Зум 2300. Блин, 2300 это, кстати, огромный зум. У всех уже джерончики закончились Неправда, неправда Все только начинается, ребята Мне нравится, что счет 1-1 То есть здесь прям... А вы за кого болеете, мне интересно За Крау или за Старбака все-таки? Так, ну чат в основном за Крау болеет, кстати Но хотя есть и те, кто за Старбака Интересно, интересно я слил столько, я поднял столько. Понял, понял. Так, ну что, идет разведка. Разминулись, кстати, работягами. Увидели раса друг друга. <coughs> Герои скоро выйдут. Чуть-чуть раньше выйдет герой Орка. <coughs> И какой же это будет герой? Внимание, вопрос. Ой-ой-ой, ребята. Мира белая грива. Потма выходит. Mm -hmm. И у Старбака выходит тем временем Нага. Сирена, острая чешуя. Грива или чешуя? Нага неплохой герой, да и впрочем, как и Патма. Да и вообще, в принципе, плохих героев нет. Практически. Ну что, погнал кач. Прокачал огненные стрелы на первом уровне. И ледяные стрелы прокачала Нага. Огонь против льда. Первым артефактом выпадает венец благородства. Цирклеточка первым артефактом для Наги. Хороший, хороший дропчик. Тем временем и цирклеточка выпадает у Патмы. Тоже отличный дропчик. Ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Намечается интересная игра. Блин, ну, кстати, хедхантеры под аурой, под мы, это очень сильно. В принципе, там true инфу говорят спорт, в чате хедхантеры по тауры и по это жестко. Так, ну что, юзает проклятую землю, будет строить сейчас, видимо, дополнительную базу сразу же Краф. <красно> так, да, ведет, ведет сюда послушника, сейчас сразу же оформит здесь рудник. Поставит, наверное, зекурат еще дополнительно для защиты. Так, второй артефакт здесь, кстати, талисман жизненной энергии, дополнительно 150 хп. Носит с собой, кстати, порошок обнаружения. А зачем? А, потому что увидел жрицу, да? Она типа может в инвиз войти. Ну да. Логично. Мужики, кто победил первого, Ансап или стар? Так, а ну-ка, если стар баг в финале, а инсапа здесь нет, кто победил? Плевер'сфорцы under attack. Да нет, что, я не токсик, неправда. Так, ну что, пошло замедление. Какие стрелы вообще сильнее? Огненные или ледяные? Ледяные сильнее. Потому что ледяные замедляют, а огненные просто дополнительный урон дают, как бы, да. То есть ледяные стрелы выглядят э, поинтересней. Две цирклетки, тем временем, у Батмы. Очень хороший баф, посмотрите, да? То есть плюс 4 ко всем характеристикам. Так, забирает здесь скелет тем временем. И строится здесь для Крава дополнительная база. Что это за песня? Я не помню ее у себя в плейлисте. Что это за песня? А, это с Шрека, я понял. <coughs> <coughs> так. А, ты спросил за первую игру, все, я понял. Вопрос снимается тогда. Ну да, кстати, очень сильные, реально, Хедхантеры, Сауры, Потмы. Он добил своего, кстати, Хедхантера, чтобы его не забрал крафт. И не получил дополнительный опыт. И пытается забрать. Но его стопит. Его стопит Старбак. Не дал ему вы. И добил скелетом. Блин, Старбак очень хорош по микроконтролю. То есть он стопил хедхантерами. И когда подошла Нага, он добил скелетом своего хедхантера, чтобы Нага не получила опыт дополнительный. Так, минус скелет. Строится здесь Тауренский тотем, кстати, сразу же. Без шаманницы и без темы, от которой рейдеры выходят, да? То есть сразу же будет на Тауренском тотеме. Так, третьего уровня тем временем. много. Кравовская и Старбак второго. То есть по героям побеждает все-таки у нас Крав. Ой-ой, кто-то закинул 150 долларов, ребята. Обязательно обращайтесь... Обратим на это внимание после игры. Спасибо огромное тому, кто это сделал. Я поблагодарю более хорошо. Назову ник, прочитаю, что вы написали после игры. Спасибо огромное. 7000 долларов, ребята. Просто огромная сумма. Спасибо всем большое. Сколько песен плейлист на Потифай? 40, по-моему. Я жду сотки и, возможно, открою свой плейлист. Так, ну что, продолжает качаться. Дровка вторым героем для Старбака. Интересно, здесь смотрится дровка. Будет получать бонус от ауры меткости. Дополнительные скелетики. Покупает, кстати, -э -э, сатира душекрада. То есть нейтральных крипов. На что собираются деньги? Деньги собираются э -э, медиком на передовой а если конкретнее медицинскому батальону госпитальеры каспийский груз слушаешь без понятия что это за группа так, третьего уровня у нас здесь. Потма. Крав заказал себе гнола надзирателя. На рандомчике выпал. Отменяет магазин здесь Старбак. Ой-ой-ой, очень много зданий на экспанде отменил Старбак. Но здесь все равно есть э, нерубка, есть башня духов. То есть этот экспанд не будет так просто забрать, по итогу. Но пытается, пытается забрать дополнительную базу. В то время, кстати, у Старбака дополнительной базы нет. Так, строит здесь свои башни Старбак. Не хочет отдавать свой экспанд. И уходит на телепорте Краф, Все-таки не получается защитить свою базу. Продолжает, продолжает давить Старбак. Приходит еще дополнительно нейтрал. Очень много нейтралов. Очень много нейтралов, реально. Так, ну и со спины здесь заходит Крафт. Все-таки пытается. У Крава очень много тоже не, как бы нейтралов, очень много гулей. Не дает, не дает свою базу отбить. Так, юзается посох молний. Старбаком заходит, пытается нанести максимально много урона гулям. Немота на сирене. Но у нее нет мана, она ничего особо-то и не прокастовала. Спирит Волкера здесь наносит урон, плюс наемники. Даже Крошер здесь дерется. Очень много гулей у Крава. У Батрака очень мало ХП, он стоит, он стоит И все-таки снесли его Юзайца после Молнии на Крошера, Крошер умирает Но есть еще Крошер, Крафт пытается Сносить Батраков, Экспанд пока работает Экспант не отменили И потихонечку Крафт вроде как отбивает Свою базу Юзайца Молния И отгоняет, отгоняет Крафт Старбака от своей базы, у Патме очень мало ХП нет телепорта под мое окружение и ГГ. От Старбака это 2-0 в пользу Крава. Ой, не 2-0, 2-1, прошу прощения. Прошу прощения, ребята. 2-1 в пользу Крава. Так, это у нас э, четвертая карта. Так, донатер, ребята. Итак, Arundel86 задонатил 150 долларов, добил до 7 тысяч И 7 тысяч это не остановка, говорит Андрей э -э -э, Рева И донатит еще 200, о, 20, 20 долларов сверху, за что ему спасибо огромное Спасибо вам большое, друзья, за эту поддержку Так, а мы тем временем переходим к четвертой карте Крав сказал, что он захотел покурить, ребята. Поэтому мы ждем, пока Крав покурит. <laughs> Крав просто выебал своего оппонента. Ну так, как бы не жестко. Просто победил в карте и пошел покурить. Без негатива, естественно, это я так. -ти -ти На да, турнир игрок ушел курить. <laughs> ну а чего нет-то? Ты же между играми, он же не во время игры курить ушел. Курение сыграет с ним злую шутку. Ну, посмотрим. Все, я решил, больше 500 никогда не буду ставить. Это правильно. Это правильно. Было бы забавно, если бы во время игры все равно вин. Но это да. Но это да. Го прохождение игры по тачкам. Так. Игра тачки. Елки-палки. Ой, ой, э ой, -э -э, аккуратненько. Идите. Не, ну пока что, пока что. У меня вроде все прикольненько выходит. И это меня радует. Вот это? Так, поворачиваем. Поворачиваем аккуратненько. Во. Все замечательно, друзья. Опа. Ой. Блин, блин, мы потеряли время. Я там сбил что две штучки. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, ребята. Не, нет, к реально. Ты сам Что за игра завтра не решено еще? Пока нет. Пока нет. Но, как обычно, что-то придумаю завтра. Проснусь. Завтра понедельник. В Геншине очень много дел. Нужно world боссов зафармить, выполнить репутационные задания. Пока буду их выполнять, буду думать, что постримить. <свык> Рекву. Да, мне кажется, рановато еще рекву. Как будто бы мало времени прошло. Какой счет? 2-1 в пользу крава. Сейчас будет четвертая карта. Сейчас будет 3-1 в пользу крава. Фанаты крава активизировались дамы и господа. Так, ну что, игра начинается. До четырех побед играем. Так, люди выпадают. Опа, люди против людей, ребята. Зеркало хумов. И 2-1 в пользу Крава. Ну что, посмотрим, какие будут герои на этом турнире. Хумы, кстати, редко что-то выпадали. Я не особо помню игры с хумами. Нет, мультики только по субботам, ребята. Мультики только по субботам. <связывая> Какая интересная расстройка у Крава, кстати. Типа он не вот так вот защищает свою базу, а вот так. А есть... А, отсюда не могут зайти. Здесь вода. Лол, прикольно. Прикольно. Прикольно, реально. Но этим не пользуется, кстати, Старбак, Старбак все-таки по стандарту. А, могут отсюда зайти? А я думал, здесь типа непроходимая вода. Так, а если могут зайти, в чем логика такой базы тогда? В чем логика такой базы тогда, в таком случае? Сейчас просто отсюда зайдут и будут э -э, работяг ебашить. Непонятно. Но Крафт что-то знает. Крафт что-то знает, это очевидно. Крауш что-то знает, Крауш что-то понимает. Ведет своего пехотинца. И ведет своего пехотинца Старбак. Увидятся ли пехотинцы? Так, ну, кстати, пехотинец Старбака засал драться до конца. И они все-таки разбежались. Oh, Тинкер тем временем выпадает у Крава. И алхимику Старбака. То есть дополнительный хильчик против такого небольшого подпушеча, да? Тэг-железячник против нифи-змеевика. <coughs> так, окружает, кстати, Старбак своими работягами Крава-пехотинца. Забирает его. В то время пехотинец Старбака просто забегает на базу Крава и выбегает с нее. На жестком чиле. Очень много здесь работяг. Блин, э -э лич бы новую сюда. Вот прикиньте, лич плюс дредлорд. Юзаешь новую плюс задувочку, и все. Так, the... ну что, ополчение. Делает крафт, ставит завод. Работяги из завода, плюс ополчение. Пошел фарм э -э крипов здесь. Ну и соответственно. Пока что игра довольно ровная. Второго уровня героя и у Старбака. Нет, не до трех побед, до четырех. Так, планирует строить Старбак да. дополнительную базу. Строит так довольно сразу с вышечкой, да, чтобы была дополнительная защита. И пошло, пошло, ребята. Пошла у Старбака дополнительная база. Видит, кстати. Юзает, кстати, эликсир ярости. Нифи Змеевик влетает, пытается помешать, крипджекнуть. Помешал здесь немножко качаться Старбак Краву. Но в целом все неплохо. Забирает варды э, Краб. Алхимик убивает здесь ополченца, отходит. Алхимик здесь в соло с одним пехотинцем. Но при этом наводит суету. Добивает, скорее всего, тролля. Получает третий уровень. Кстати, он здесь просто бегает алхимиком плюс ополченцем. Но качается, да, дополнительно. То есть третьего уровня герои размениваются потихоньку. Ополченец здесь под отравлением, теряет немножко дэмэджа, но не умрет, скорее всего. База будет строиться, но в то время у Старбака база уже работает и приносит ему дополнительные деньги. То есть Старбак выглядит более выигрышно здесь. Но Крафт начинает строить свою базу. Без вышки, кстати. А у Старбака вышка уже улучшается в магическую башню. Зачем он здесь завод поставил? Плюс Вард. А он увидел, наверное, что идет Старбак и сразу же заранее подготовил завод для сражения. Юзает алексир ярости и начинается замес. Окружает Крафт Старбака, нет, не окружает, все-таки Старбак вынужден юзать пост телепортации, но отменил его и просто убежал. То есть он решил не ждать до конца пост телепортации. Побоялся, что его могут здесь убить. И просто убежал. Два ополченца здесь остаются. Но с немножко урон по ратуше. Но ратушу отменить уже не удастся, потому что она практически достроена. Ополченец здесь падает. Еще одного ополченца стреляет Старбак. Еще здесь приходит ополченец. Ополченец убивает работягу. Ну и так, немножечко... О, строит магазин на дополнительной базе. А не на мейновой То есть он, видимо, решил объединить базы То есть Краф Он объединит, видимо, свою основную базу И дополнительную вот здесь вот Я так понимаю То есть у него будет одна мега-база Одна супер-база у него будет, походу Я не знаю ну или просто, ну хотя как в чем логика, не понимаю. Думаю, вряд ли у него будет одна мега база. <laughs> просто здесь магазин построил. Так, но Старбак пытается ему мешать, бегать здесь своими работягами. Но, опять же, не получается. Отходит. Старбак покупает Магнотавра воин. Продолжает здесь потихоньку качаться. Смотрел твой плейлист, Кенш, и как тебе? Ты кого смотрел, Гадка или Сниджа? Просто Снидж, как по мне, чуть-чуть лучше все-таки получился. Потому что это первое прохождение. <плодиспрофили> так, забиваю здесь лесного тролля и уходит. Герои вообще абсолютно одинакового уровня. Тут больше наемников. Так, ополченцы versus ополченцы. Юзает ракеты, станет. Пытается снести завод. Дракончик здесь есть зеленый, который помогает. Завод падает. Нифи-змеевик. Магнатавр воин. Хочет очень сильно Старбак, видимо, здесь отменить экспанд. Тем временем магическая... Магическая башня выжгла ему практически всю ману. Возвращается потихоньку Крафт на свою базу. И наносится здесь урон по экспанду. Одна башня падает, но магическая при этом остается. Очень много наемников у Старбака, и Зайца стан. Под эликсиром ярости четвертый уровень получает Старбак. Немножко отходит, невероятная скорость под эликсиром. Наемники тоже отходят. Крафт покупает своего наемника, дре древнего демона бездны. И малютку гнула громилу Пытается догонять, пытается забрать клыкара воина Но без шансов, без шансов Клыкар воин убегает, хотя возможно Нет, все-таки убегает клыкар воин Здесь немножко дополнительно ополченцы подходят Очень коцные ополченцы возвращаются на базу Нужно в магазине купить свиток регенерации Юзайца молния Пытается забрать Тинкера. У Тинкера нет телепорта, но отпускает его, потому что не догоняет под замедлением. Здесь Краф отлично отыграл древним демоном бездны. И Тинкер все-таки уходит. Тинкеру бы восстановить хп, купить в магазине бы себе хилочку. Четвертый уровень получает Тинкер тем временем. На четвертых уровнях, ребятки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дракончик на сторон по Тинкеру. Юзает хилку, покупает дополнительно свиток, под ревом заходит старбак, пытается снести рабочих краву. Башня при этом высасывает ману, хорошие ракетки от тинкера, но при этом работяги падают. При этом работяги падают. Еще одни неплохие ракетки. Забирает башню, будет сейчас пытаться забрать дополнительную базу. Волк Юзает рев. Будет пробовать догнать Тинкера, но Тинкер хитер. Тинкер отходит, Тинкер балдеет. Вторая база при этом у Старбака активно здесь работает, ребята. Пятый уровень получает Алхимик. Дополнительно героев не заказывают. Алхимик будет пытаться отменить дополнительную базу. У Крава нет армии, ребята. В этом его очень сильная проблема. У Крава 20 боевого лимита, в то время как у Старбака 40 боевого лимита. Вторая база отменяется. Или не отменяется. Нет, все-таки решил уйти. Юзается здесь на постке, уходит Алхимик. Юзается здесь э, на ракетке. Волка пытается забрать. Но Волк уходит на 15 хп, дамы и господа. Думаю, Краву обидно видеть такое. Но волк все-таки убегает. Пытается перехватить наемниками. Но не успевает. У волка довольно быстро ему спит. Очень мало хп у волка. Малютка волк здесь приходит для того, чтобы немножечко покусать за рабочих. Покусать. Очень мало хп у волка. И пишет ГГ Крафт 2-2. Ой-ой-ой, ребята, вот это финал. Вот этот финал. Так, побеждает здесь Старбак. Да почему? Ну как почему? Там было видно, ребята, что уже не победить. Так, пятая карта, дамы и господа. Счет 2-2. Напоминаю, что играем до четырех побед. Ну что, ну что, ребята, Fairy Tail карта. Минус 2к на этом стриме. Я думаю, ставки это не мое. 2К Джеронова это немного, дружище. Я думаю, многие проиграли и больше. Да, это финальные игроки. С 15к до 60, а потом 0. Я 60 потерял. Понял. Так, ну что, 2-2. Эльфы выпадают к Раву очень сильные на рандоме, в то время как орки выпадают в Старбак. Его основная раса. Ну что, погнали. Смотрим на геройчиков. Балдеем как бы. <свистит> па пам пам Это кто? Енот! Блин, а еноты такой звук издают, реально? Прикольно. Блин, Почему еноты не могут быть домашними животными? Потому что они дикие, наверное. Было бы кайфово иметь своего собственного э, енота. Он бы посуду мыл, балдел бы. Могут. Блин, получается, надо завести енота себе. Прикиньте, как стрим бы мой выигрышно смотрелся, если бы у меня был бы свой енот. Он бы, например, здесь бы где-то сидел и нормально было бы. Они воняют. Ну, я тоже воняю. Будем вдвоем с енотом вонять. В чем проблема? Да, это уже финал. Все верно. До четырех побед играется этот турнир. Так, ну что, выходит герой у Крава. Это... Ой-ой-ой-ой-ой. Это, дамы и господа... Тигр, пыльная копыта. Тауренчик. В то время Элидан. У орка. Забавно, что они поменялись героями. Логичнее было бы, если бы Элидан был у эльфов. Но Элидан где-то здесь. Темный охотник бежит харасит своего оппонента. Прокачал уже высасывание маны. Будет наносить урон. Разминулись они, кстати, немножко. Пошел здесь крипинг бараком. Довольно, довольно жирной точки. Видит это Старбак. И попытается сейчас забрать волка, наверное. Так, пытается крав забрать волка. Барак падает практически. Не очень приятная ситуация для крава. Старбак, вернее, пытается забрать волка. Отходит. Очень-очень суетливо здесь все происходит. Таурен разменивается с ним плюшками. Елку хавает за барак, поэтому барак будет хилиться. Купил, кстати, крафт Сатира Проказника. И этот Сатир Проказник очень сильно ему помог. Повезло, что он крипил именно лагерь наемников. Сатир Проказник. Дальним уроном немножечко Элиданчика похарасил, так сказать. Ну и пока что все неплохо вроде бы у Таурена. Волка он пытается забрать, но Элидан где-то здесь он подходит. Никто еще не добил ни одного крипа. Кто же первым получит опыт... Так, заюзал, кстати, в сатира наемника Элидан. И замедление. Успеет ли забрать? Барак падает. очень невыгодном положении сейчас крафт. Потому что потерял барак. Так, размениваются до конца. До конца будут размениваться. Нет, все-таки в 9 хп остается. Под замедлением здесь. Му спит немножко больше, успеет ли нанести финальный удар? Заевейдил, кстати, телепортом. Крафт. Uh, смерть. То есть Людан провязал скилл, и в последнюю секунду Крау успел нажать телепорт, и поэтому выжил. <coughs> Юзает замедление. За сатира, видимо. И начинает харасить. Барак при этом новый строится, да? Или нет? нет? пока не строится. Ну, здесь такой чисто разменчик героями. Так, заставит ли произойти телепорт? Да, сатир, проказник, Имба, говорит, э, наемник вот этот вот, который замедление вешает. Старбак пригорел от имба наемника, сатира проказника. Теперь ни в коем случае нельзя этого сатира отдавать э, Краву. Так, сразу же, сразу же приходит очень быстро на свитки здесь, но видит только ничего, пустоту как бы. Пытается найти, где сейчас находится Крав, но Крав отправил ему пустоту. <coughs> не знаю, что это значит. А, замедление делает Голем, а не Сатир. Ага, то есть Голем все-таки имба, получается. Но опять же, прошу прощения, я не разбираюсь в этих наемников, чуваки. Получается Голем имба. Окей. Так, покупает, выпадает здесь совух. Блин, Алидан такой сильный, он просто один здесь ходит, один. Без какой-либо подкрепы и, ну, кошмарит. Кошмарит Таурена. У Таурена банка мана, кстати, неплохо. Пошло замедление говнистым големом. Выпадает ДК здесь вторым героем. Провязал хилочку. И забрал, кстати, говнистого голема, замедляльщика, чуваки. Очень сильно на него пригорел Старбак, видимо. Пришлось ему его уничтожить. С негативом просто разъебал этого голема говнистого. Так, ну и вот она встреча героев. Строится здесь, кстати, Древо Чудес плюс Лорница сразу ставится, кстати. То есть он барак даже не будет ставить. Он решил, зачем мне барак? У меня уже есть Древо Столетия. Буду делать Медведи плюс Дриадок. Ну, не знаю, насколько здесь полезен ДК, но у него очень хорошая аура. ДК из ауры как будто бы всегда может быть полезен. Так, приходит первые рейдер потихонечку. А сетка прокачана. Так, начинает рейдерами пытаться сломать э, Монвел. Отменяет, кстати, магазин. Но лорница строится, да? И тут еще, кстати, сторожевое древо строится. Так, сразу же начинает строить еще один магазин. Пытается Старбак свести Савуха. Юзается Койл в гнолу убийца. Савух падает. Сетки есть у рейдеров. Падает и второй. Нет, успевает, кстати, колодцем отхилиться. Under... Башня есть. Уже более опасно здесь находиться. Но колодцы находятся вне дистанции башни. Поэтому продолжает уничтожать колодцы. Мало хп здесь у герцога Дредмура. Но ДК плюс рейдеры потихонечку начинают сносить колодцы. И продолжает пушить базу, кстати. Очень сильный у рейдера урон по зданиям, поэтому они довольно быстро смогут сломать сейчас э, <как> сторожевое трево. Но стар э, Крафт подводит здесь дополнительно виспоуд для того, чтобы его похилить. Но, опять же, это не поможет, потому что очень сильный урон э, осадный против зданий. Несмотря на то, что низкая скорость, здание отлетает очень быстро. Падает рейдер. Крафт здесь летает. Но у Крау прокачан, прокачана аура, а не стан. Сейчас выучит стан. Да, стан. Сразу же дал стан. Пытается здесь забрать ДК, либо хоть кого-то. Еще один стан. 150 хп у ДК. Пытается его стопить. Элидан тем временем наносит урон по дрядкам И забирает дрядку. Еще один стан. Ну, или он здесь не заберет. Элидан потихоньку выжигает ему ману. Забирает здесь рейдера. Дриадки замедляют. Кайфует. И убегает здесь, все-таки. Базы, пока у ни у кого второй нет. То есть однобазовые игры такие. Приходит Дриадочка Приходят рейдеры Первый уровень героя на девятой минуте У Старбака ну Таурен как бы Два с половиной, да? Так. Получает наконец второй уровень Ледан Прокачивает миссы Сложнее будет по нему попадать Блин, Т6 это кайф Когда выйдет Т6, я буду ебашить Него просто год, наверное Hello, alone. Два стрима <laughs> Может и два стрима, реально Вдруг говно будет Hello, hello, hello. Так, ну что? Очень много дриадок здесь у Крава. Элиданом высасывает маны. Начинается замес. Рейдеры против дриадок. Падает наемник у Крава. Издается свиток скорости. Пытается отойти рейдерами. Маны нет у Таурена. Топота -то не будет. Забирает дриадку. Пытается забирать здесь рейдеров. Древний провидец стоит. Видимо, что-то провидует, так сказать. Так, юзает хил, кстати, древний провидец умеет хилить. 200 хп остается у Элидана. Забираются дрядки очень сильно. И Старбак здесь уверенно просто разваливает армию Крава. 34 на 9 лимиты. Я думаю, это победа Старбака, дамы и господа. Рейдеры очень сильно здесь доминируют. Крав выкупает наемника. Пытается здесь забрать, но все-таки good game. И это... И это 3-2 в пользу Старбака. Hello, 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 God, hello. Так, шестая карта, дамы и господа. 3-2 пока что ведет Старбак. Будет ли это 3-3 и финальная игра? Оу, oh, мэн. oh, мэн. Краф нахуя ты покурил, да? О, мы на этой карте с Фоги играли, кстати. Ставлю лаз 10к. Ой, что происходит? Так, Старбак за розовых. Ребята, зеркало ночных эльфов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Найт эльф мир. О, мэн. Погнали. Ночные эльфы очень сильные в рандомчике. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. За розовых играет Старбак, и за бирюзовый цвет играет Краф. А счет, да, прошу прощения, ребята, сейчас поменяю. Inutation. Кто прошлый затащил? Старбак 3-2. До четырех побед играем, ребята. Ой-ой-ой, блин, розовые виспы такие бал балдежные на самом деле. Стать бы просто розовым виспом. Интересно, у Веспов есть мозг? Они же просто шарик, ебаный. Хотя там внутри какой-то чел сидит. Что будем делать после жесткого траха Старбака? Подожди, Старбак еще не победил, во-первых. Во-вторых, скорее всего, буду офить. Я не надеялся, что я буду долго комментировать. Ну, вернее, я наоборот надеялся, что я буду долго комментировать сегодня. У меня не было плана, если мы быстрее закончим. Так, ну что, Форсиру Старбака. Я же не ожидал, что все отлетят 3-0. И Дайси, мастер клинка, мистер Блейд. У... Ну, вначале выглядит интереснее, конечно же, форсир. Сколько собрали? 7 тысяч долларов. Блейд с колодцами жестко. Ну, сейчас посмотрим. Что покажет Блейд? Все зависит от артефактов. Если ему там цирклеточка плюс кости выпадет. 7020 долларов, да. <связать> Так они любят наемниками играть. Сразу же выкупает наемника до Ларанского мутанта. И клыкара воина. Старбак прям кайфует. Практически каждую игру играет наемниками. Выпадают боевые когти. Боевые когти лучше бы смотрелись, конечно, на Блейде. Так. Пошла здесь иллюзия. Че за Storybook Brawl? Первый раз слышу вообще. Storybook Brawl? Ого, это же типа что-то Хардстоун, что-то типа Хардстоуна. Надо будет скачать, посмотреть. Не, ну сегодня не буду, скорее всего. Уже поздно будет, наверное, после игры. Ну и плюс э, я ничего не планировал сегодня. Я пойду отчиливать и думать, что завтра постримить. Я думал, что я буду часть в 6 комментировать. То есть, ну, с э, такой логикой, что игры будут дольше идти. Вандер мне сказал, что у него в хардстоуне 6 ММР. Это много? Блин, а Assassin's Creed 3 можно где-то купить, не ремастерят, чуваки? Может, в Гоге или где-то еще? Так, начинают размениваться здесь. Э Блейд, но Форсир больше уровня, кстати. Форсир третий уже со вторыми волками. Третий уровень получает Блейд. Прокачивает вторую невидимость. Будет сильная тычка с инвиза. Цирклетка есть, есть туфли локости. В принципе, неплохие артефакты. Пошел наваливать по Сукубу. И в инвизе сейчас попытается убить Куба. Убивается Куба здесь. Так, кто это мне в Телеграм написал? Да, у меня очень хуевая реклама в Телеграме. Но это я не виноват, если че. Там какой-то скам в моем Телеграме рекламируется. Это, ребят, не ко мне претензии. Это сам Телеграм эту рекламу вешает. Так, ну что, нападает Старбак на базу у Крава. С огромным количеством наемников. И начинает пушить. Убивает здесь охотницу. Очень много здесь Старбака. Виспами пытается рассеивать. Сжигать ману. Получается это сделать. Дополнительно скелетов еще здесь вызывает. Начинает жестко фокусить Блейда. У Блейда нет маны. Ну, как-то очень уверенно Старбак зашел на базу к Краву. Выходит второй герой. Темный охотник. Сейчас будет хил. Не особо сильный. Так, пытается нарезать Крав, забирает наемника, вроде как отбивается. Боевые лимит все еще у Старбака немножко больше. Отходит он наемниками и пытается форсиром просто наводить здесь суету. Хороший второй герой, помогает хилиться. Забирает он здесь еще одного наемника и отбивается все-таки краф. Здорово, Саня, ты про мультики имеешь в виду? A player's is under under siege. Siege. <связь> не, не, я. на пристав читаты. Это. Я после игр читаю, дружище. Сейчас игра закончится, я обязательно прочитаю. <связь> да, да. Какой мультик больше понравился? Тачки? Мадагаскар или. Геркулес? Тачки, ну да, блин, я на тачке в конце заплакал даже. Немножечко. Когда там э, он подталкивал его. Так, ну что? Налетает здесь краф. Боевые лимиты приблизительно одинаковые. Очень много наемников здесь от старбака. И наемники также от Крава. Юзается молния. Забирается иглогриф. Нет, нет. Успел подхилить на последней секунде, но он все равно упал. Качает Хекс темному охотнику. Начинает сзади пытаться нарезать. Четвертый уровень у... А, у него два форсира. Лол. Я только сейчас понял, что у него два форсира. У него два форсира, чуваки. У Старбака два форсира. Так, пытается крафт здесь отменять постройки. И у него это получается плюс-минус. Строит здесь три сторожевых. Древо пытается пушить здесь старбак. Зелье неуязвимости начинает нарезать. Хороший крит. Убивает форсира. Одного из. Самого слабого форсира убирает. Морг, волчья песнь. Падает здесь. И сторожевые древа здесь практически достраиваются. Крав уже просто топит в последнюю в это древо. Маны нет для того, чтобы подхилить. Зелья нет. И герой Крава падает. Но ГГ он не пишет, кстати. Старбак продолжает, ребята, его давить. Уходит здесь Крав, забирает второго героя. Сторожевые древа здесь уже достроены. И ГГ Поздравляем Старбака, дамы и господа, победителя турнира. Help Ukraine League. Давайте посмотрим его видос напоследок. Вот этот вот красавец сегодня победил. 25 лет из Словении. Поздравляем его с победой. Это балдежик, ребята. Те, кто ставил на Старбака, я тоже поздравляю. И это победа Старбака, дамы и господа. Так, кто там задонатил у нас? 100 долларов! Привет, минулый богатый стрим пропустил, на жаль. Але мультики с дружиной тобой подавился. Дякую, было кайф. Спасибо огромное, Сань, за 100 долларов. Ты закрываешь наш сбор, видимо своими э, 100 долларами. И общая сумма, ребята, 7130 долларов. А именно 264 686 гривен. Пойдут, ребята, на благотворительность. Медикам на передовой медицинскому батальону госпитальеры. Я считаю, что вы все большие молодцы. Те, у кого не было возможности день, донатить, раз, вы пришли, поддержали меня онлайн. Жили, Спасибо да, вам слава. большое. Блин, на самом-то деле я чувствую себя максимально приятно от того, что я сделал что-то действительно полезное вместе с вами. Эти деньги спасут жизни. Все верно, все верно. Все верно, ребята. <соспит> <соспит> Пошли, Геркулес, посмотрим. Да посмотрели же уже. Да пойду отдыхать, наверное, ребятки. Такой короткий стрим сегодня получился, но очень-очень хороший, очень полезный. Завтра постараюсь побольше постримить, возможно. Подумаю, чем заняться. Вот, возможно, там в Телеграме поспрашиваю, но это плохая идея. Обычно в Телеграме лучше ничего не спрашивать. А, подождите, Вандер говорит: можно созвониться и подвести итоги. Ну, давайте, давайте. Давайте созвонимся и подведем итоги. Алло. Алло, привет. Ну, блин, игры были классные. Вот прям... Прям э, прикольно было. Да, финал очень хороший, получился такой бодрый такой. И при этом в конце вот чуть-чуть не хватило, прям для седьмой карты. Вот прям. Да, да, да. Вот мне больше всего понравилась игра с лодками, которая там, где да. он ставил базы дополнительные. А я так и не понял, хотел спросить, что там у него произошло. Типа как-то забогало, и у него умерли а, эти юниты. Я не успел посмотреть, нет, у него не умерли, Я умер. тоже не успел, если кстати. Я, если я правильно понял, то. Ну, короче,. Он немного затупил и не успел посадить юнитов в кораблик и отправил кораблик опять вниз, чтобы высадить юнитов, а юнитов не было. В итоге mm -hmm. он потратил время, опять вернулся корабликом, чтобы посадить юнитов. И в итоге после этого только поплыл на юг, а в это время база горела, хата горела, здания падали, он потерял кучу времени и в итоге из-за этого как бы и сильно отстал без остановок. Ну, кораблями редко пользуются, возможно, как раз за счет этого и немного затуп был. Не знаю, mm -hmm. а, я кстати, он почему, пока прям почему не было, он взял корабли, а не э, дирижабли? Если честно, я думаю, он просто решил немного попижониться. Ну, вообще. Ну, на самом деле, кораблик дешевле, чем дирижабль. И плюс еще это прикольней. Ну, в принципе, на этой карте корабль почти везде плавать может. Там, где вот эта маленькая водичка, он же почти везде может плавать. И при этом он толще. То есть у кораблика больше ХП, поэтому в теории им даже в прямом бою можно пользоваться, чтобы прятать юнитов. Я понял. Ну ладно, я буду заканчивать. Ты еще будешь стримить? а не захостить Я могу, в принципе, если ты. Да не, я ты... тоже уже я. Угу. Uh -huh, uh -huh. Ну, в общем, сумма получилась очень впечатлительная, как бы вп да. Впечатляющая, да. впечатляющая. Спасибо да. всем огромное за донат. Ну я уже я уже просто все сказал, как бы. Да, я тоже, Но, в принципе. Да, поэтому все, давай тогда. Я буду офать. Спасибо тебе огромное за то, что согласился. Это. Спасибо, прямо... что пригласил. Mm -hmm. Спасибо, что пригласил. <свят> а, ну, мы, возможно, в будущем еще что-то будем делать, поэтому Кайф, если что... зови с огромным Пожалуйста. удовольствием. Рад слышать, спасибо большое. Все, давай, счастливенько. Давай, удачи. Так, ну все, прощаюсь с вами, ребята. Еще раз всем большое спасибо. Позитивная нота, позитивный стрим, вообще ноль негатива. Хорошо посидели. Завтра приходите, я придумаю, что стримить. Надеюсь, 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 что-то придумаю, потому что идей пока особо нет, если честно. Все, пока-пока, ребятки.